Санд-Кинг был обычным скорпионом в пустыне Калимдора, но почему-то развивался быстрее своих братьев, а вскоре вырос до гигантских размеров, и поэтому король мертвых призвал его защищать свой ледяной трон. Санд-Кинг, мутировав, не потерял способности скорпиона. Так он способен взорваться в землю и появляться в самых неожиданных местах. А вырабатывая смертоносный яд, он способен взрывать своих противников. Некоторые говорят, что он даже может вызвать землетрясение, стирая с лица земли оказавшихся поблизости бедолаг. Изи вообще. Просто 1000 хп, изи. Что ж, друзья, сегодня на гайде у нас вот этот песочный мэн. Сегодня будем разбирать его способности. Будет 3 игры, обычно я пишу 2 игры геймплея. Но в этом гайде будет 3 игры. Ребят, обязательно смотрите до конца. Не листайте, не мотайте. Все будет в той теме, которую вы любите. Всем приятного просмотра и начинаем. Первая способность нашего персонажа позволяет стать нам более мобильным, плюс вносить дэмэдж и оглушать наших оппонентов. Как это все будет происходить? Давайте прокачаем. Прокачано у нас, в принципе, уже до второго левела. Смотрите, что будет происходить у нас. Нажимаем кнопочку на землю, происходит такой эффектик. И, соответственно, все, более ничего не происходит. Смотрите, раз, мы можем игнорировать какие-либо места, карты. То есть можно проигнорить хайграунды, лоуграунды, то есть деревья. Можно вот эту всю тему игнорировать данной способностью и перемещаться, тем самым быть более мобильными в драках. В принципе, вот такой вот спел. И в зависимости от уровня прокачки, что у нас будет меняться? У нас будет меняться дэмэдж, наносимый, допустим, если мы будем делать этот подкоп на врага. То есть, смотрите, враг у нас оглушен, плюс нанесся ему дэмэдж. Плюс у нас увеличится рейндж этого подкопа. Смотрите, на первом левеле будет наноситься 100 дэмэджа и 400 максимального рейнджа. На втором левеле 160 дэмэджа, 500 максимального рейнджа. На третьем левеле 220 дэмэджа, 600 максимального рейнджа. И на четвертом левеле 280 урона и 700 рейнджа нашего подкопа. Это очень прикольно, потому что реально 700 рейнджа это очень много. Вот смотрите, то есть допустим я докачаю и... То есть вот такая вот мобильность у нас получается. И в чем прикольный этот спел? То есть все, кого мы цепляем, соответственно уходят в стан. Стан у нас идет 2,2 секунды. Про рейндж я вам сказал. И монокосты. Стоит знать монокосты. Монокосты на данной способности будут разные. На первом левеле у нас монокост будет 110, на втором 120, на третьем 130, на четвертом 140 единиц маны будет требовать у нас вот эта способность. И в принципе все. Данную способность можно кайтить линкой, можно кайтить БКБшкой. Но есть одна особенность с линкой. Я вам сейчас о ней расскажу. Смотрите, у Дума есть линка. Я могу его застанить вот так вот. Его застанило и нанесло дэмэдж. Но если я нажму на самого Дума, срабатывает линка, и стан ему не наносится. И дэмэджа, соответственно, ему не наносится. То есть вот такая вот микрофишка, ребят, запоминайте и юзайте. То есть если вы на персонажа случайно мискликните, то, к сожалению, вы собьете ему линку и никакого урона из стана ему не нанесете. И, в принципе, все по данному спеллу. Такой, можно сказать, массовый стан, но требующий такой скилла, чтобы можно было подкопать нескольких, двоих, троих. Ну и, в принципе, такой мобильный спелл, который позволяет игнорировать какие-то препятствия. В принципе, все по данному спеллу, ребят. Гоф ко второму спеллу. Так, друзья. Вторая способность на нашем персонаже — это ченнелинг, позволяющий дамажить нам в определенном радиусе всех, кто подходит к нам ближе, чем на 525 рейнджа. То есть, ну, сама АЕшка 525. Неправильно сказал, что насчет рейнджа, но есть тут небольшие фишки, о которых я вам сейчас поведаю. Смотрите, вот в радиусе 525, кто будет подходить к нам, будет получать урон. Этот урон в зависимости от уровня прокачки будет разный. И также и колдауны, и, в принципе, монокосты тоже у нас будут разные. Давайте разберемся. Смотрите. Поговорим сначала о дэмэдже в секунду. Урон в секунду на первом левеле будет 25, на втором 50, на третьем 75 и на четвертом 100 дэмэджа. Этот дэмэдж наносится раз в полсекунды, то есть не сразу 100, 100, 100, а вот так вот именно по чуть, по 0,5 секунд, в каждый 0,5 секунд наносится 50% от того, что написано. То есть на последнем левеле написано 100, значит на последнем левеле будет наносить, да, 100 урона, но раз в полсекунд, то есть... По 0,5 секунд будет отчитываться, 50, 50, 50, 50, вот так вот будет дамажить. А раньше, помните, сразу дамажило, то есть 100, 100, а сейчас сделали 50, 50, 50. Вот это намного правильнее, потому что, то есть, можно успеть больше надамажить, но тут еще есть такая приколюха, что резиста немного больше будет требоваться персонажу, но это уже слишком углубленно, не знаю, половина ребят из вас просто не поймет моих тупых мыслей, потому что я дурачок. И... Что нам еще нужно знать? Длительность данного вот этого сидения в песочке у нас тоже тут разная. Она будет такая. Смотрите, на первом левеле 20 секунд мы сможем сидеть в песочке. На втором левеле 40,
На третьем 60 и на четвертом 80 секунд. Не понимаю, зачем так долго на четвертом левеле сидеть в песочке, ну да ладно. Колдаун у нас, смотрите, будет тоже разный. На первом левеле 40, на втором 30, на третьем 20 секунд и на четвертом у нас будет колдаун составлять 10 секунд. Раз в 10 секунд мы можем кастовать вот эту тучку. И, что самое прикольное, нужно это знать, ребят, во-первых, это ченнелинг. Ченнелинг у нас это прерываемая способность, то есть или мы сами двинемся, или если нам кто-то даст стана, то мы, к сожалению, прекратим вот этот ченнелинг и перестанем как бы вот эту всю тему говорить. Ну, это типа как заклинание, мы его читаем, правильно, если это ченнелинг. Вот. Далее, что нам нужно знать? После того, как мы прерываем наш ченнелинг, мы остаемся в инвизе на 1.5 секунды. То есть это можно пользоваться как обманочкой. Знаете, мы такие песочек тут дали, все думают, что мы еще тут, а мы уже опа и убегаем. Понимаете, как это работает? Но есть еще такая приколюха. Если мы сразу же что-то заюзаем, то есть, допустим, дагер, то эти 1.5 секунды мы не будем находиться в инвизе. Ну, вот такая вот тема. Касаемо монокостом, у нас тут все просто. 60, 50, 40 и 30 маны. В принципе, вот такая вот тема. Ну, соответственно, блокируется у нас вся эта тема БКБшка. То есть, если, допустим, мы кастуем вот тут в радиусе 525... Те, кто в БКБшке, им не будет ничего наноситься. Ну и, соответственно, ребят, насчет вижена тут тоже отдельная тема. Мы можем поднимать вижен, как видите. И, в принципе, все. По данной способности более и, в принципе, нечего знать. Хороший радиус 525, хороший монокост, хороший колдаун и ченнелинг. А, вот, чуть не упустил, ребят. Есть такая фишка. Если нас, допустим, выхухает пуч куда-нибудь, то мы будем стоять здесь, а дэмэдж будет продолжать наноситься тут. Это очень прикольная тема, когда дефик хайграунда по-умному, знаете, Санкинг зашел вот здесь в тучку, пуч его выхукал сюда и форсанул сюда. Все, Санкинг у нас здесь стоит в инвизе, а тучка начинает как бы продолжать, ну, продолжать дамажить там. Как бы есть вот такая фишка. Ну, также это работает с форстафом. Форстафнули и, в принципе, все. Ребят, гоу на третью способность. Вторая способность очень прикольная, реально в сочетании с первым, со вторым. Делает нас очень мобильными и неприятными для наших оппонентов. Так, друзья, третья способность на нашем персонаже очень интересная и реально прикольная. И не тяжела, в принципе, в освоении. Но на 83-й карте она немного другая, эта способность. На 85-й карте она реально прикольней. И давайте я вам о ней поведаю. Смотрите, во-первых, в зависимости от уровня прокачки у нас будет какой-то дэмэдж. 90, 130, 170 и на 4 левеле 220 дэмэджа будет. О чем это говорит? Смотрите, Скорпион вообще у нас, ну, как бы яд у него. Яд, да, хвост. Он, типа, бьет хвостом. Видите, яд появляется первого левела. И по окончании времени происходит такой эффектик. И смотрите, сэмочка у нас замедлилась. Это вот именно то изменение, которое сделали на 85-й карте. Это крутое изменение. О чем он вообще речь, да, идет? Вы не понимаете, наверное, да? Смотрите, я вам объясню. Смотрите, в случае, если цель умирает под действием данного яда, а яд у нас этот идет 6 секунд, в случае, если цель умирает в течение этих 6 секунд, она вокруг в АОЕшке 400 нанесет всем дэмэдж, равный вот этому дэмэджу, который указан у нас 90, 130, 170, 220. Но если персонаж не умирает в течение этих 6 секунд, и просто остается живой с вот таким вот ядом на лице, он в этой АОЕшке 400 нанесет всем дэмэдж, всем, и наложит замедление. Наложит замедление. Дэмэдж этот будет равняться 50% от того дэмэджа, что нарисовано у нас тут. Соответственно, будет это примерно так. 45, 65, 85 и 110 дэмэджа, если персонаж не умирает. Данный спел помогает очень сильно, на самом деле, пушить линии. Смотрите. Мы сейчас заразим вот этого персонажа, его убили и сразу нанесся всем дэмэдж и наложилось замедление. Замедление у нас идет 3 секунды, замедление равно 25%. Видите, персонаж вот этот не умер, маленький крипчик, и, соответственно, дэмэджа нанеслось немного меньше. Эта тема такая прикольная, знаете, можно вообще, в принципе, вот так вот заразить. Заразил. Сейчас вот этот умрет, и оно раз, так, опа, распылилось. Вот этот сейчас просто бахнет, и этот сейчас просто бахнет. То есть это прикольно. Это прикольный такой спел. Можно побить немного крипчиков. Они все заражаются и бахают. В зависимости от уровня прокачки будут наносить дэмэджа больше. То есть смотрите, сейчас дедок. Вот этот. Но он не бахнул, его просто добили. Вот такая вот типа тема. Ну, реально прикольная тема, потому что позволяет задрачивать персонажей. То есть, допустим, на линии стоят там герои какие-то. Мы подходим, там, допустим, дали тычку. Опа, все, он уже 100% получит в зависимости от уровня прокачки 50% от вот этого вот, то, что у нас написано, 90, 130, от вот этого урона он получит 50% вот этого дэмэджа, плюс замедлится,
Плюс в АУЕшке еще нанесет дэмэдж. И будет на 3 секунды замедлен на 25%. Прикольная тема. Жаль, что эта тема не работает на иллюзиях. Эту тему можно отключить Сильвер Эйджем. Это орб-эффект. То есть, соответственно, у нас не будет там какой-нибудь сатаник, к сожалению, работать на данном персонаже. Но он ему, в принципе, и не нужен. Но вот, вот такая вот тема, ребят. Вот такая. И, в принципе, по данному спеллу все. Я рассказал про дэмэдж вам, рассказал про то, что в течение 6 секунд, если персонажа убьешь, то нанесется полный дэмэдж. Если его не убьешь в течение 6 секунд, то в 50% дэмэджа вот этого нанесется дэмэдж. Ну и, соответственно, замедление. Замедление постоянно наносится, если персонажей каких-то добивают в течение 6 секунд. Всем замедление в АУЕшке 400, где его добили, будет 25% на 3 секунды. И, соответственно, если просто персонажа ударят, когда он бахнет по истечении времени, тоже наложится замедление на 25% на 3 секунды. В принципе, вот такое вот простенькое изменение, но прикольное, ребят. Всем советую качать этот спелл хотя бы на разочек, потому что очень сильно помогает. Go на ультимейт. Так, друзья, мы переходим к самому сочному, что есть у Sand King, а именно, это его ультимейт. В зависимости от уровня прокачки у нас будет все тут меняться. Но давайте я вам сначала покажу вообще, что делает его ульт. Происходит такой ченнелинг, который можно прервать, дать ему стан или еще что-то, юл, без разницы, и, соответственно, эта способность прервется. Также мы ее можем сами себе сбить, смотрите, то есть, допустим, раз и побежали. Способность уходит в ХД, в КД, снимается мана, и все, больше ничего не происходит. Рекомендую настоятельно, когда нажимаем ульт, нажимаем shift и нажимаем просто кнопочку движения, ребят. Shift — это последовательные действия для персонажа. То есть клавиша Shift, все знаете, где Ctrl, Shift, флажочек, Windows, да? Shift — кнопочка, и раз — нажимаем. То есть настоятельно рекомендую. Нажимаем, когда ульт, нажимаем Shift и нажимаем движение, чтобы 100% докастовалась эта способность, и у нас внесся какой-то импакт с этой способностью. Сейчас уже перейдем непосредственно о разговорах о данной способности. Я просто пытаюсь вам объяснить, как правильно дать этот прокаст. Также этот прокаст еще правильный будет давать через дагер. То же самое, только без движения вперед. Нажимаем C, нажимаем Shift, нажимаем дагер и блинкуемся в область. Сразу с помощью дайгера. Наверное, это будет вам сложно в освоении, но научитесь сначала делать. Смотрите, shift. И пошли. Просто зажали shift и вот эту тему нажимаем. Shift, 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 потом бин дайгера и, допустим, сюда дайгер указываем. И отпускаем shift. И после этого действия он уходит у нас сюда на дайгере. То же самое с ультимейт. Нажимаем ультимейт, потом нажимаем shift, потом нажимаем бин дайгера и нажимаем дайгер в область, куда хотим блинкануться. Смотрите, shift, дайгер, оп, блинк и движение. Все. И наш персонаж прыгает. Это правильный прокаст. Также еще у нас бывают прокасты такие, что нам приходится дать стан, раскастоваться и обязательно указать на движение. Все, об этом я вам рассказал. Теперь переходим к самой способности. Смотрите, в зависимости от уровня прокачки у нас будет количество импульсов вот этих, которые происходят. Оно будет меняться. Дэмэдж у нас всегда остается неизменный. Дэмэдж всегда на ласт и на первом левеле, он всегда одинаковый. 110 дэмэджа наносится за вот эти пульсы дабстеповые. Вот. 8 пульсов на первом левеле, на втором левеле 10 пульсов и на третьем левеле 12 пульсов. Колдауны у нас 120, 100 и 80 секунд. Все, кто находится в этом радиусе, также подвергаются замедлению. Замедление равно 30%. Это замедление стакается вместе с третьим спеллом. Это я просто так скажу к теме, потому что это реально очень прикольно. И смотрите, у него, и тут видите сцептр, да? С сцептром немного тут все по-другому. Пульсы без сцептра у нас будут на первом левеле 6, на втором 8 и на третьем левеле 10 пульсов. С аганимом у нас, я уже сказал, пульсы будут 8, 10 и 12. Колдаун тоже разный. Смотрите, 80 секунд на ласте, 120, 100 и 80. И без аганима будет колдаун у нас, смотрите, 140, 120 и 100. На 20 секунд колдаун у нас будет уменьшаться. Это очень прикольная тема. Также, о чем еще нужно знать. Каждый толчок, если честно, я играю в доту 13 и 14 лет где-то примерно, и я только сейчас, когда пишу гайд, узнал, но я раньше замечал, но не придавал значения, что, когда мы кастуем ульт, обратите внимание на АУЕшку. Она увеличивается. АУЕшка увеличивается. И, соответственно, смотрите, как у нас увеличивается АУЕшка. АУЕшка у нас увеличивается так. Смотрите, радиус за толчки. Допустим, на первых левелах, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 толчок. Я буду вот так вот говорить. Первый толчок 275, второй толчок 325, третий толчок 375, четвертый толчок 425,
Ух, четвертый толчок 475, пятый 525, шестой 575, седьмой 650, восьмой 675, восьмой там какой 700 и так далее. 775 и 825 это на ласт левелах с аганимом будут у нас эти толчки. То есть эти толчки, они становятся больше, массивнее. То есть раз расходятся. То есть я об этом реально узнал, вот когда пишу гайд. Иногда некоторые ребята спрашивают, узнаешь ли ты что-то новое? Да, узнаю. Плюс, кто бы мог подумать, но аганим также у нас увеличивает скорость подачи этих толчков. То есть, смотрите, толчки у нас будут возникать с аганимом 0,375 миллисекунд, 0,3 и 0,25 на ласт левеле. А без аганима 0,5 секунд, 0,375 секунд и 0,3 секунды. То есть на ласт левелах 5 миллисекунд неощутимо. Но на первом и на четвертом с аганимом разница 0,5 секунд и 0,375 2 миллисекунды. Это очень значительно, на самом деле, ребят. Так что вот такая вот фишка по ультимейту Сандкинга. Касаемо монокостов, у нас монокосты 175, 250, 325 постоянно. В принципе, разницы нету. Плюс замедление скорости атаки у нас также еще дает наш ультимейт. Он равный будет 30. И длительность замедления 3 секунды на 30%. Это я уже, в принципе, сказал. Что нужно еще тут как бы знать? Ну, время подготовки, это и так, в принципе, понятно. 2 секунды он произносит эту способность, и мы можем спокойно куда-то влетать и вносить очень много дэмэджа. Ребят, надеюсь, ничего не упустил, но с аганимом вот я упустил. С аганимом у нас перезарядка будет немного другая. 120, 100 и 80 секунд. Но опять-таки я уже пошел по кругу. Просто тут стараюсь очень много информации до вас донести и уже начинаю просто по кругу. В принципе, по дэмэджам вроде все, по толчкам все, по радиусу увеличивающимся все, по времени произношение вот этих кастов тоже все. По шифту мы с вами поработали. Обязательно. Это обязательно условие знания шифта на данном персонаже. Иначе вы ни в один замес не зайдете правильно. А именно правильно заходить в замес — это залог успешного Сандкинга, ребят. Я для вас рассказал все кнопки на данного персонажа. А теперь можем перейти к практике и, соответственно, геймплею. И показать то, как нужно играть и как не нужно. Соответственно, будет гейм на керри на данном персонаже и фановые сборочки, как можно данным персонажем играть. Ребят, желаю вам приятного просмотра и погнали. Как обычно, небольшая порция деградации специально, ребят, для вас. Пойдем мид сразу, пишем мидлейн. Сандкинг сейчас будет медовый Сандкинг, состоящий на 90% из меда и на 10% из дерьма. Соответственно, осуждаю. Так, баним сразу помойных персонажей, таких как Тини, потому что на Сандкинге соло 1x9 будет немного тяжело с Тини, если там будет грамотный Тини. Ой-ой-ой-ой-ой. Будет очень тяжело. Так, возвращаемся к таверне нашего волшебного персонажа. Так, ну смотрите, у нас там забанился Гео и Сларк, соответственно, у нас тут есть Сандкунг. Да, никто даже не может подозревать, что я возьму Сундкунга, потому что Сундкунг — это очень круто. Go, first pick, он просто на. Что вы скажете на это? А ничего вы не скажете, потому что вы будете сидеть в таверне и пить чай. Все, больше вы ничего не будете делать. Так, ребят, в общем, что нужно знать? Да ничего не нужно знать. Главное знать, что третий спелл — это орб эффект, и все. Больше нечего знать. Так. Контрпики, контрпики. Что Сандкинг не любит? Сандкинг не любит, чтобы ему ульту сбивали. Или БКБ, он не любит БКБ. А так ему, в принципе, все равно, что убивать. Он такой мобильный персонаж, универсальный. Он может как зароумить, так может и, в принципе, мидлейн неплохо отстоять за счет своей мобильности, дебильности. Можно тупо в песочке сидеть, гонять песочек, как говорят, да? То есть ты засел в песочке, то есть прокачка через 1-2, и усе. И усе, более ничего делать не нужно. Но тут, скорее всего, будем собираться как-то по-интересному. Потому что, смотрите, раз, два, три, четыре. Прикиньте, там уже 4 героя есть, а их будет 5. И нужно будет как-то соло вытаскивать. Но тут, скорее всего, пойдем, ну, на опыте. Не знаю, блин, гайд. Вообще, гайд — это то, как нужно делать. Сделаем как нужно. Правильно? Правильно. Поэтому иди сюда. Просто. Возможно, пойдем через Dagon Ethereal. Блин, это такая универсальная тупая сборка Dagon Ethereal, на самом деле, потому что, блин,
На кого не собери, ну это, то есть это внесение демеджа. В доте такая тема есть. Нет, не такая. Не такая. Есть такая тема, что не хватает немного, понимаете, чего? Демеджа. Бывает в доте не хватает фастового демеджа. Соответственно, помогать нам вносить фастовый демедж будет Дагон плюс Этериал. Найксу надо фастового демеджа. То есть, если я влечу с ультимативной, будет много демеджа до рейджа. Я застаню. Две секунды есть на то, чтобы слить пацана. И все. А дальше? Тушите фонари. Просто тушите фонари. Ну, пойдем таким затаром пока что. И еще возьму куру. Позже, потому что, ну, типа, понапикали. Как обычно. Там хотя бы какой-то сбалансированный пик. Типа, там есть роумер, там есть мидер, там есть керри. И два дурачка. Один лесничок, а другой просто качок. СС-бара пишет. У нас один дальний. Ничего страшного. Так, ребят, разбираемся. Что будем качать? Я вот думаю, у меня дилемма всегда. Блин, третий спелл очень полезный. Ну, типа 50% дамажки. Дамажки, это круто. Это круто, ребят. 50% дэмэджа, это круто. Гоу, разомнем. А чё, не хочешь? Ладно. Не хочешь. Но, типа, я не хочу туда идти и дохнуть просто за эту руну. Поэтому... Понимаю, сразу ДНД надо писать, а то сейчас подпышни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 ки начнут душить. Начинают, ребята, душить. Пока ничего не качаем, посмотрим на линию. Если что, через яд пойдем. Шторм близко, в принципе, всегда подходит, его можно будет подловить. Против милишников яд, конечно, бомба. Так, шторм блочить умеет, нифига себе. Гоу. Против милишников. Ну, шторм такой, знаете... Он близко стоит, поэтому такой семи-милишник. Оп, раз, смотрите, пол лица. Понимаете? То есть достаточно просто тут ударить, заразить. И хорошо можно ластхитить. Правда, линия будет пушается. Пушайте. Знаете такое, пушайте. Ах ты, серьезный парень там, оказывается, на шторме, ребят. Оп, жалко, не добил. А гоп, немного похарасим. Можно даже крипа. Просто, я не знаю, ребят, вы сами все видели. Крипа, вот просто вот этот, ну, вариативность просто пересматривайте. То есть это, блин, я не знаю, как это назвать. С ботл, ботл сразу выйдем. Пойдем, в стан вкачнули. Разминочный, так сказать. Потому что сейчас будет руна, и я потрачу свои ресурсы для того, чтобы пойти взять руну, чтобы все было хорошо. И я вот думаю, через что будем тут собираться. О, а чел там тоже на руну пошел. А не тут-то было, брат. Не тут-то было. Но если баратрон прибежит, типа мне вообще нечего бояться. Отлично. Так сказать, не зря пробежались. Но гоу, короче, тогда третий. Можно немного так понаглеть, знаете. Потупить вот так вот, типа КДшку потянуть. Ладно, но он не совсем такой, знаете, тоже. Мог бы так, знаете, типа потупить, а потом помереть. Но... Ну вы поняли, на что я байтил. Я байтил на КД на свою. Можно, в принципе, сейчас под Т-шку зайти. Он не будет этого ожидать, конечно. Главное не райт-кликать на него. Ах ты, смотри, какой задрот. Ладно, гоу-стик сейчас возьмем, наверное. И на рунку сходим. Но, видите, не подходит сейчас, нету демеджа. Нету ядового демеджа. И надо обсерв поставить. Блин, добивать бы еще, вообще было бы excellent. А вот сейчас подзаруинил крипа яд. Время прошло, и под заруинил немного. Гоу на руну сбегаем.
Ребят, ну... Стик хочу. Очень сильно хочу стик на этой линии. Так, ну трудно нет. Нету. Вот сюда. Что там по хп? Хп там немного. Надо до 6 левела его заовнить. Можно тут сейчас сделать хороший подкоп. Плюс... Нет, не сделаю уже. Но дедок может мне тут помочь очень сильно. В создании неприятностей. Энеми. Мидеру. Хорошо. О. Есть кнопки у меня. А, понимаю. Вы просто... Это рофлы, наверное, какие-то будут сейчас. Йо, подзарегенимся. Подбайтим на поход под тавер. На поход под тавер. А, я понял, там чел. Сколько мана надо? Станчик будет, бро? Хорошо. Отлично. Так, ну, руну там, кажись, не получится мне забрать, да? Ну, вообще, я себе вард хочу. Очень сильно. Активка какая-то тут есть. Оу, дабл дэмэдж. Найс. Хорошо. Это прекрасно просто, на самом деле. Баратру мы немножко переиграли. Стики тоже работают, так сказать. Все это дело такое, наживное. Баратрум — это всегда временная сложность. Я всегда называю его временной сложностью. Вот так вот делаем. Полетел. Сколько там? 170 маны, левела нет, да? Ну, сейчас убьем. А, ребят, этот персонаж требует небольшого, ну не небольшого, а познания микроконтроля с шифтом. Так что будьте готовы к тому, что вам нужно будет уметь контролить данного персонажа через шифт. Когда вы будете влетать комбинацией. Поэтому будьте бдительны. Опять-таки, как это все на деле будет происходить, я, конечно же, вам расскажу все. Но вот именно знание шифта на этом персонаже здесь очень необходимо. Прям овер необходимо, я вам скажу. Но вы все равно, то есть как бы без шифта тоже можно играть. Безусловно. Но это менее эффективно, нежели чем игра с шифтом. Потому что залог хорошего врыва — это игра через шифт. Понимаете? Надеюсь, понимаете, ребят. Потому что это все, в принципе, несложно к пониманию. Яд я не буду докачивать. Я сейчас уйду в песочек. Яд позволяет мне выиграть раннюю стадию игры. И далее просто чилим, кайфуем. Все. Ребят, раннюю стадию выигрываем. И хорошо. Так, ну надеюсь, сейчас успеваем тут. Но руну не буду юзать. Да, он не уходит, поэтому руну юзать не будем. Все, умирает. Надеюсь, сейчас не застилит ЕС фиссурой. Ну, потому что не очень хочется просто так пустую идти ганг осуществлять. ЕС как бы может четвертой позиции. Я сам. Не переживай. Он умер уже. Тут две тычки просто. Стан, две тычки. Ну, плохо, если Слардар вылетает. Но ничего, в принципе, страшного не будет. Игра будет намного интереснее, я считаю. Да БКБ, да плевать на БКБ. Кик, все сразу кик. Ребят, ну, хорошее начало, но... Тяжело будет. Будет тяжело без Слардара. Я на Слардара, так сказать, ну, надеюсь, я не знаю. Потому что Слардар — это амплификация. Соответственно, с руки Санкинг тоже может навалить. Ну, как бы тычки, блин, ну не слабенькие. Ну, допустим, в сравнении с минером, конечно, да, тут. Типа, как бы, я не хочу его кикать, честно. Я обычно вообще никого не кикаю. Стараюсь прождать вот эти 110 секунд, потому что сам прекрасно понимаю, что не у всех есть возможность хорошего интернета. Стоит хилиться, просто понимаете? Если бы у него был второй замакшенный, то я бы его очень долго убивал, пока у него хпшки не просели бы. Гоу, я иду. Эх, ну все же он лагает. Ну 45 пока поставлю, не буду кикать.
У меня есть 2000, это, соответственно, дагер на 7 будет. Сейчас постараюсь убить вот этого петушонка. Кукарику, реконнект, давай, братишка. Ты нам нужен, Мидас. Пацана когда-то будет тут. Флакс. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как же это неприятно. Боже, как же сильно дизейблит. Хорошо. Есть. А чё ты стоишь? Тебе убегать надо, братан. А, Бара бежит на меня. Он не мог в туман войны сейчас так ударить. Хотя, в принципе, мог. Таймингово. Щекотят девчат усы. Ну, песочком собьемся немножко тут. И можно сейчас немного переиграть. Хотя 130 маны. Крипу надо подойти. Хорошо. Яд работает. Побежали. Все, отлично. Эх, Слардарчик, походу, безвозвратно, ребят, у нас все же. Но делаю максимально, чтобы что у нее так залагало. Порно, оф, порно. Оф, Слардар. Кикуй наш, килимиканы, кикини. Пиши по-русски, я не понимаю. Как вот, ну, я понимаю по-инглишу еще. То есть международный язык, английский. Заходите в игру. English. English, please. Do you speak English? Вот, и поехал. То есть как бы что-то будет понятно. А вот чел пишет на каком? На КЗ или на УС? Я не понимаю. Хоть подписчики меня пытаются научить. Отдельно им спасибо за это. Но я все равно не понимаю, что там. Вот я не хочу умирать, типа, тут вообще без вариантов. Братан, а почему ты без маны, собственно? Сейчас яд вылетит там. Еще раз. Эх, как ты забрал. Ай-яй-яй. А куда побежал? Подождите, куда Бара побежал? Куда Бара побежал? Он вообще там побежал как? Где? А, блин, я не успел вообще никак. Гоу, ТП-шечку надо. Ребят, далее можно выйти в Дискорд, в принципе. В Дискорд можно вылететь. Ну, ты, я ТП жду. Я не буду просто так нагло сейчас туда. ТП жду. И почему я начал выходить в песочек? Потому что ранний дагер. Все, делаем ТП. Успеваю? А, долго очень. Отличный подкоп. Просто отличнейший подкоп. Но там он умирает, можно его оставлять просто. Yeah. Лол, он выжил. А как, извините, у него стик или хилочка там была, походу. Ну, это есть такая, конечно, погрешность моего гейминга. Че, Слардар вылетел, нет? А, играет, все хорошо, ребят. Слардарчик, молодец у нас. Слардарчика люблю. Ребят, Радианс, go. Любите смотреть такую дикое вот это вот, дикие животные вот эти вот, ардиенсы любите смотреть, наверное. Так, щекотят девчат усы. It's done. Надо лес завардить ему. И овнить. Так, ну монетку, как обычно, забрали. Дай, плиз. Вот я, вот теперь я начинаю жалеть, что я его не кикнул. Ну я типа без маны должен, что ли, всю игру бегать теперь. Ой-ой-ой-ой. Печально все это. Конечно. Забайте на себя. Как я сейчас ворвался? Я сейчас вам расскажу, как правильно врываться. Найс, шторм ливает. Изи катка. Как врываться на данном персонаже? Нажимаешь C. Зажимаешь Shift. Зажимаешь бинт даггера. Направляешь даггер, куда ты хочешь прыгнуть. Все это под нажатым шифтом. И все.
То есть по окончании каста он прыгает персонаж именно туда, куда тебе необходимо. Больше ничего знать не нужно. Покажу это на деле, как нужно делать. Если что. Так, ну мидлейн тавер, походу, у нас страдает. Бесполезный кусок вот этот Солобер вообще. Я ненавижу этого героя. Просто это самый такой персонаж, который реально... Не ахти. Но сейчас, конечно, он будет ахти, потому что их 4, будет буст по предметам. Ничего страшного. Надо его загангать. Бара бежит, вижу. Ну, надо свижена подловить его. Все. Отлично, пусть стоит. Я сейчас Яруну жду. И... Я буду стоять до сих пор в песочке. Понимаю. Песочек сила. Санстрайки могила. Так реально санстрайки ж могила, ребят. Все же знают, что санстрайк в pure damage. Слардар, дай плиз пофармить, брат. Спасибо. Забрал соло и такой, спасибо, бро. Поехали далее. Ну, я не знаю, надо бы на базу сходить, потому что рун не хватает. Там реген был, но типа я не хотел вылазить, потому что... такое. Дохнуть не хочу. Я хочу тебе любиться. Сейчас на действие покажу, как ультимативно правильно зарядить, ребят. Поехало. Хорошо. Подолбим немножко. Тавер. 3800 есть, это хорошо. Во. Так, сколько? 250. 340. Ах вы. Свиньи такие сбивают. Варды мои. Так сказать, настиг пацана. Серьезно? Ну типа, я не хочу отдавать стрик просто так тут. Там сейчас руна будет. Отлично. Но он центрик воткнул, это хорошо. Опа. Какой относ, серьезно? Хилимся, живем. Хилимся, живем. Уф. Ладно, пойдет. Могло быть и хуже, на самом деле. Непонятно, но держусь. Хорошо, ребят. Так, у нас есть хорошие новости. Отличный вард. Это первая новость. Знаю, я хотел беспалено вот здесь, потому что юниты были, хотел беспалено сюда поставить. Не суть. Сейчас пройдемся по лесу. На их армалет. Гоу, подпушим вниз. Запушим вниз тауэр. В самых лучших традициях, ребят, через радиенс, как вы любите. Вы любите смотреть такое, знаете, фастовый там радиенс, знаете, вот это вот все. Я сам, если честно, люблю эту тему. Это интересно, это прикольно. Че он там стоит? Гоу, сейчас я ему очко накажу. Фига, какой шаристый. Гоу, на верочку. Не удалось. Короче, действия такие. С нажимаешь. Нажимаешь shift, нажимаешь dagger и поехало. Гоу на мидлейн. Гоу, я иду. Блин, жалко, конечно, на верочку не удалось, но... Эх. Жаль. Будете меня пылесосить, наверное, за это. Да нет, там, в принципе, блин. Боже, вы посмотрите, как он двигается по карте. Я просто не могу
Я, то есть, ну, я пытаюсь как бы, я понимаю, что нужно его там гангануть, то есть, ну, я что-то как-то... 500, ну, 800 хп уже как бы недосягаемо, только с ульты. Законтрим там. Че там бояться? Куры реюзну, как я люблю. Просто пока кура на базе, можно сказать, лучше союзать. Рекуру. Арана не сбежит. Замедление будет сегодня? Я жду стана тупо. Или не жду? Не жду. Под тавр я за ним лезть не хочу. У меня нету никаких кнопок сейчас. Наказан. Серьезно, сразу сработали корни. Вот, ну, тут ГГ. Как же ему сейчас повезло. Печально. Сразу корни сработали. Но такое я не ожидал, потому что такая тема. Если я сейчас в инвизе стоял, когда на мне корни, меня видно. Жесть, я ему, конечно, фиданул сейчас на 1000. Ладно, сейчас придем с полными айтемами. С полными ресурсами. И завардимся. Гоу. Файлы бывают. Без файлов никуда. Игра не может быть идеальной. По-любому где-то должен быть косяк. Именно вот такой. Не надо понтовать. Там стана нужно было. Просто нету ресурсов. Хочется, ну, убивать, тупо не отходя от кассы. А ресурсов-то нету ни хрена. Маны нету. Что поделать? Найс, чел, конечно, варды все поснимал. Такой, знаете, понимающий чел, походу, какой-то. 2-1 у него. Лол. Но сейчас его игра закончится, я не дам ему ни хрена. Травела надо выфармить. И пойдем в догоны. Дискорды. Дискорд, наверное, на next игре сделаю. Просто на прокаст. Персонажа замучу. Сейчас пойду заваржусь. А, надо какие-то не дефолтные. Радиенс. Вот он сразу Радиенс купил после моей смерти. Сразу просто, мгновенно. Это отвратительно. Он сейчас будет нас просто по карте гонять. Своим медведем. Тут надо в песочке сидеть и пилить просто. Он тоже будет стоять в песочке. Своим медведем. Самая любимая часть игры на медведе, это когда... Что, у меня тут проблемы-то? Все, проблем нету. Можно зафармить. Чел на топе. Проблемный, конечно. Сулабер попался. Доставляет, так сказать, неудобство. Надеюсь, интрика тут нету. Next. Рейдж нажал, побежал. Хорошо. Раскайчено. Тревела надо. Тревела. Хорошо. Как-то надо бы, блин, убивать этого. А-а-а.
кнопочков, но мне тут, блин, я не знаю, у меня есть в принципе кнопки. Опа, прыгаю. Отлично. Отлично, просто, блин, через shift драки переворачиваются. Я не знаю, вот просто по игре я стараюсь как-то объяснять, блин. Объяснять вам, ну, как нажимать кнопки. Блин, у меня просто оно уже автоматикой, знаете, я просто, я не думаю, нажимаю C и поехало. То есть я сейчас постараюсь в next драке прям досконально показать, как делать именно такой врыв. Но это делается вообще на изи, на самом деле. Ничего делать не нужно. Вообще ничего делать не нужно. Так, ну... Надо, ребят. Отпиваться. Отпиваться надо. Сейчас отопьемся и go. Let's go. Ахахах, 2-1. Не могли честь на один, на речке. Понимаю. Так, отпиваемся. На половинах есть. Вот если честно, дальше по айтемам я не знаю, что собрать. Так сказать, нестандартич. Закуп у меня и так. Ну, травела. Это по-любому. 1500 хп. Пачка вардов. Пацан тоже гайд, походу, там пишет. Только 1x9 играет. Вайс Хинадиса. Тут как бы вдвойне тяжело, когда в команде не особо шарящие. Плюс сам как бы на таком герое, который такой лейтгейминг подтащит. Сейчас можно будет на топ пойти. Я его, конечно, не убью, у него 1500 хп. Это тупо, если его раскачивать, знаете, типа лево-право, лево-право, лево-право. Просто расшатывать его, пацана. Варды передал, Радик передал. Но варды есть у него тут. Типа если я иду так в наглую, он все равно меня как бы увидит. Так, заражаем одного, подпилим. Радиенс работает, можно жить. У меня есть тревела, я могу смело отпушивать линии. Ага, он тут идет сюда. Сейчас буду немного напрягать его тут. Он вардит медведем, чтобы вы понимали. Вардит медведем. Хорошо. Топ подпушит. Хорошо. Идем на руну. Реген, отличная руна. Сейчас скрипчиков тут замусолим. Эй! Ну, я не знаю, я хочу его убить очень сильно. Печально, чел постоянно, он такой, знаете, как заноза в заднице, такой сидит и отвратительно. Но понимает, что нужно делать. Понимает, что нужно солить Санкингу как можно сильнее. Лошок. Лещок, лепетит, махселье. Чё б такое сделать, чтобы хорошо медведя контрить? Можно хекс, можно шиву. Боже, сколько дэмэджа. Уйма дэмэджа. Все, залазим, сидим в песочке, фармим. Можно догонить. Можно шивить. Шиву собрать. Как думаете? Шиву тоже прикольно собирать. На данном персонаже. Блин, големы. Ну, на големы это пустая трата времени, на самом деле. Гоу на мид. Вот этого пацана. Ассист я получил. Сулабер тупо вагоним, смотрите, выходит. Но его там надо овнить сейчас. У него ТП-шка есть, надо как бы не дать ему сделать ТП. Вот сейчас можно подойди, эхо дай. Хорош, хотя бы так. Он сейчас умрет тут, 100%. Хорошо. Хорошо. Так. Go. Окей. Шиву. Шива.
и будем прокастами долбить. То есть такая игра первая будет на нестандартном затаре. А next будет более дефолтная. Более такая, знаете, привычная вам через дискорды. Через дискорды и прочее. Ну, вард стоит, Z сразу сорвался. Это временно. А, вот она. Моя сладенькая булочка. Хорошо. Сладенькая булочка моя. Пойдемте бахнем. Смотрите. Сейчас дам прокаста. Нажимаем C, нажимаем Shift, нажимаем дагер, нажимаем область на дагере, куда надо прыгать. И далее можно через Shift подкоп дать. И... или этот. Или что хотите. То есть, ну, я не знаю. То есть, что хотите, можете нажимать. Нажимаем ульт, нажимаем Shift, нажимаем дагер. Указываем дагер, куда прыгнуть. Все это с зажатым шифтом. И далее все на изи. Там далее изи катка. Просто и все. Боже. Бей его. Изи катка. Все, умер. Просто через Шиву. Хорошо. Там Сентри стоит, кстати. Он не мог, я был в песке, он накинул. Блин, там Сулабер, честно, молодец. Я вам так вот скажу, ребят. Реально, вот это эталон. Парень к успеху идет. Слушайте, у меня проблема тут. У меня тут проблема. Если я получится простанить всех и убегать, тянуть до 100, но маловероятно, что тут уйду. Тут Сентри тоже стоит. Я себя в угол загоняю просто. А, тут тоже достает Сентрями. Прикидываете? Вот здесь вот Сентри стоит. Все равно до сюда же достает. Специально ушел туда. Но Радиенс, Радиенс, нету маны, нету мобильности, эскейпа. Ну, я не знаю, я не хочу в этой катке делать. Лес, которым управляют. Немного не хватило ресурсов. Мне нужен был один стан, чтобы убить медведя, и все, в принципе. С руки я бы там не добил. Там две тычки минимум нужно было. То есть, если бы я просто тупо банально вылез, то маловероятно, что получилось бы. Там Найкс еще, в принципе, open wound накинул. Огонь именно Сулабери появляется. Это теперь вариативность такая, что надо Сулабера именно убивать. Сулабера убивать. Такое. Ну, интересная игра. Интересно, так сказать. Он тащит. Он реально их тащит. Он их реально тащит. Он собрал фейзы, я ему подфидил. Ну, тут дело вариативности. Он бы ничего не сделал. В принципе, не было никакого буста, если бы я не подфидил. Плюс еще там шторма нет. Там плюс голда идет. То есть, как бы, шторм бы фидил по КД. Тот же с моих прокастов. То есть, как бы, ну, другая совсем игра была. Так, что, квадраты Малевича. Заварнимся, ребят. Гоу завардимся. И что собирать некстом будем? Что собирать некстом? Можно сделать Юл, чтобы не умирать. Можно сделать Октарин, чтобы жить. Чтобы хилиться с Радиенса, хилиться с кнопок. Будет хороший монопул и небольшой монореген. Дополнительный будет. Как думаете? Ой-ой-ой, без шрапнели, понимаю. То есть я считаю, что можно сделать сейчас тупо Октарин. Можно, в принципе, засесть тупо в лесу и через лес я выфармлю этот Октарин. Просто мама не... Он вардит. Он просто все варнит, этот чел. Гоустик, пора минусовать. Хорошо, поехали. Ну, вы поняли. Ребят, вы поняли. Но я не отпущу. Не отпущу медведя. Не отпущу. Главное, свежено не выпускать. До стана дотянуть. Эх, обманщик. Блин, ну вот надо было вардом не скупиться. У него очень высокий МС. Очень высокий МС. Очень высокий. Нахрена я, блин, ульт отменил? Тоже непонятно. Можно, нужно было уже, в принципе, докастовывать. Как бы ошибка. Безусловно. Безусловно, ошибка.
Две ошибки. Вот рядом с Улабером я теряюсь. У него аура вот эта, о которой я говорил не раз на стримах, что есть вот такая типа аура, которая вот чел, допустим, что-то вот что-то как-то он, знаете, вот типа вроде как вроде тупо соображает что-то, но... Боже, смотрите там, что происходит. Да-да-да, он типа этот чел хорошо соображает, типа видно. Типа и аура вот эта, я не могу не убить его, типа все сыпется вот это с рук. Типа знаете, или он переигрывает, или я не доигрываю, понимаете, как работает. Ничего, это временно. На самом деле все это временные сложности. Солобера в лейтгейминге Sun King может потянуть, в принципе, я считаю, может. Надо замедление стакнуть правильно просто на него. С третьего стакнуть замедление. У него бахнет оно. Потом шивой подпалить. И все будет нормально. Блин, мы и так всю игру под 45 латом играем. Но это напряжно. Про аккаунт я покупаю, чтобы играть с приятной задержкой. На 83-й карте вообще невозможно было бы играть. Ладно. Но все равно, типа, бестолковый. Можно... За Слардара я порву. Порву любого. А вот снайпер на 85-й карте, снайпер вообще не люблю. Снайпер на 85-й карте, ребят, с шрапнелью, увеличенный каст шрапнелью, увеличенный калдаун шрапнелью. Вообще просто очень сильно убили героя. И маднес еще нельзя собрать. Ну, можно собрать. Хотите, маднес собирайте, только он момент спида не будет давать столько, сколько должен давать. Вместо 30, 17%. Лол, разница. В половину урезали маднес. То есть раньше ты нажимаешь и побежал. А сейчас. Сейчас ты нажимаешь и такой на месте. И все. Загудело, толку нету. Так. Парнишка у нас тут где-то бродит. Поймал. Поймал. Стакаем за медло просто. И тебя в таверну. Законтрено. Законтрено, братан. Хорошо. Октарин, гоу. Октарин, ребят. Изи катка будет. Приятно, так сказать, для вас будет игра тем, что необычный сбор на Sand King. Если честно, вот это... вот эти два предмета. Почему я их иногда собираю даже на Урсу? Это, так сказать, два метовых предмета со второй доты. Понимаете, как это работает или нет? How work it? How it work? Это работает именно так. Это метовые предметы со второй доты. Которые на 85-й карте раскрывают потенциал всех многих героев. То есть, знаете, подумайте логикой, что я обычно говорю, что эта карта файтингов. А теперь представьте, что вы можете файтиться и одновременно очень много выфармливать. И что будет с вашим персонажем происходить тогда? А? Шива позволяет нам быть более плотнее, плюс иметь какое-то количество маны на расход. Плюс Радиенс позволяет нам файтиться. И попутно забирать какие-то стаки, не стаки. Вот это, то есть, это все think about, говорится. Ребят, ну Октарин, ждем. Октарин, ждем. Там файт начинается, но я не хочу пока что прыгать. Хорошо. Пацаны там сами рулят, так сказать. Зашли на хайграунд сами. Бара убежал. А не по одному. Найкс один пошел умер. Бара под ним один пошел умер. Такое. Ну, айтемы нужно срочно добрать хотя бы. Для картиночки, но надо. Блин, кстати, надо было снайпера кикнуть. Гоу. Кнопку нажал, вообще не парюсь, типа, калдаун 60 секунд. Ну, 68. А можно сделать 40 секунд, чтобы был калдаун. Знаете как? С покупкой Аганима у нас калдаун ультимативный будет вообще мизерный. То есть его там почти не будет. Go. Все,
Все, поймал я его. Я поймал его. Сейчас вылетит. Все. Очень сильно контрю его. Очень сильно. Прям оверсильно. Потому что яд, радиансы. Просто идеально под этого персонажа, Вес, которого я играю. Что там нанизу файты происходят, да? Разносят пацаны. Ну, все. Мишка сдается, ГГ. Ну, такая катка необычная, ребят, с Октарином получилась. Считаю, более чем вам интересно должно быть. Ну, начало, да, были микро-микрофейлы. Как раз таки два фейла, две смерти. Это, как правило, две ошибки, две смерти. Это правильно, это нормально. Гоу. Гоу в наглую кастанем. Тут через shift не надо работать, когда в наглую кастуешь. Просто не торопиться. Сделал подкоп, нажал C. И все. Тут главное не торопиться. И как нажал C, нажать Shift и нажать вперед, чтобы вы обязательно 100% докастовали ультимативно. А чё меня Радиант спилит? Смотрите, меня Радиант спилит. Видели меня энеми? Подождите. Или это... Меня Радиант спилит. Энеми. Что за баг? Хотя Радиант тут нету. Или это он в инвизе мишкой стоит? Чё, хочу ульт. 30 секунд. Буду дефить. Гоу, задефьте. Хочу ультануть. Хорошо так, прям с шивой. Да, ульта, найс, загрел. Хорошо. Ес, а ну-ка прочь. Прочь отсюда. 6 секунд. 6 секунд. Гоу, прыгаю. Вот так, вот так. Ну, еще 5к голды есть, можно поесть, как говорится. Вот так вот. Такая вот первая катка, ребят. Ну, не знаю. Своеобразная тоже. Своеобразный геймплей на Сан-Кинге. Вам непривычно будет видеть такого Сан-Кинга. Но он тоже не менее прикольный. То есть можно что-то как-то на скилле делать, вот эти все вещи. Чё, go next? Так. Еее, поехали вторую катку. Наконец-то. Мид идем. Мид. Без обид. Доминю Рабан. Понимаю. Так, Бладсасер. Бустового химоса баним. Так, секунду. Звук. Звук. Отлично. Поехали. Доктор Дример на Виденде. Гео, Тини, Бара, Бан. Это гуд. Чё, кто пикает первый? Конечно же, я пикну первый. Гипнодэнсер X50. Понимаю. Берет Сларка моего сладенького. И надеюсь, он на мид пойдет. Надеюсь, он пойдет на мид. Гипноденс. Гипноденс. Не, гипноденс фигня. Главное, братик в тусу залетел. Захотел красивых тел. Бент Кеннулс. Так, ну тут мы пойдем через сборочку Дискорда. Дискорд плюс Аганим плюс Октарин. И просто щекотят девчат усы. Будет. Или, возможно, придется идти через догон. Посмотрим, как игра перевернется. Джопа. Джопа 10-10. Джопа. Ты
Так, легион. Легион. Кто на фарм? Я, плюсик. Но если мы проиграем такой паче, я пачке. Я повешусь. Не, ну там да, там. Ну хотя, если вьюер 4, это ГГ. Этот мид, этот изи, этот в 4, этот хл. И сейчас какого-нибудь сильного саппорта, типа дизраптора, и если там прямые руки, то это будет просто ГГшка. Та-та-та-та. Поехали. Ну что там? Ну что еще? Кого там? И Виндранку взяли. Гоу, по дефолту, не знаю, иду на мид, беру щиток. Щиток бомжа. Тангусики, поехали. Взяли курочку. Огрик, молодец, взял курочку. И поехали. Если на миду будет ВРК, будет тяжело. Но... И выиграем. Очень страшно. Очень страшно. Я еще раз напишу. Я мид. Если чат не читаете. Так, хорошо. Он так удивлен. Е! Уа! Ща! Вот! Чука! Такой, знаете, все. Случайно три. Качал. Ну вот нехрен чатится сидеть. Сидит, чатится, вот тебе и вкачивает третий, ребят. Поехали. Катку. Катку, так сказать. Котку. Го ФБ мутить. Ну, я не знаю, можно, в принципе. Можно, в принципе, ФБ мутить. Хуку пуджа. Ну, типа без замедления, я не знаю. Я вот иногда не понимаю. Хук, неужели хук настолько профитнее качать, нежели замедление? Сикер куда идет? Я вот так что-то подозреваю, что он идет на мидлейн. Так, Сикер, пропусти. Пацана нормального. Ан тут смерть, потычки скинулись. Его немного подамажим, пацана. Чуть-чуть подамажили. Эй, уйди. Уйди. Пожалуйста, дай мне крипулечек. Крипулечек чуть-чуть надо. Хорошо. Ну тут будем по дефолту через третий. Третий в разок. И агрессировать. О, тычку дает. Молодец. Заражаем просто и все. Все, ботлик в студию. Оп, замедло, надеялась. А, ну в принципе тоже относительно близко к крипам стоит. Эх, добила скотина. Не добила. А видели, яд не вылетел. Кого ты там связываешь? Чувиха. Прикольная. Но надрачивает максимально. Даже щиток не помогает, в принципе. Ну, это ВР-ка. Ну, сейчас тут, типа, одна ошибка с ее стороны. Виндран сейчас качает. Уф. Но тут надо как-то заумно подловить просто и все. Гоу, еще тангус. Я жду момента. Жду момента, она чуть ошибется и ГГ. Ману не хочу заливать, потому что мана фу. А вот сейчас бы надо. Потому что она... Что она меня просто поливает и все. Гоу, песок. Стик возьму тут. Нужен будет стик на этой линии. Она поливает очень много. По варшотам начнем поливать. Поэтому тут нужен стик, ребят. В любом случае. Хорошо. Щекотя, девчат, усы. Хорошо. Гоу,
вот здесь вот подеремся. Ребят, агритесь, пожалуйста. Кого деда казним? Найс. Поливает парашютиками. Ух ты. Да нет, ничего не выделил. А за руной пошла. Печалька. Хейст. Отличная руна. Отличная руна, хейст. А не ботл тоже. Да, я подозревал, что сейчас что-то будет какой-то повершот большой. Уф. Неплохо. Хейст. Плохо. Придется сейчас тут как дурачок бегать в круг. Надо не по дефолту как-то идти. Все, гоу. Пойдем на ботом. Ну гоняет, гоняет. Гоняет меня. Что за руна будет? О, смотрите, там какой вкусный кусочек. Булочка. О, пробежимся. Подкопчик надо. Сарик есть. Ну просто я стилю, почему? Ну это типа не стил, я в принципе пришел на добивон, то есть мне не профитно оставлять этот фраг огру тому же. Самый профит — это идти тупо и долбить. О, вот так вот сделаем. Нужно, блин, ботл заобузит, без маны вообще не то. Я вверху могу по КД убивать сейчас. У меня есть ультимативная. Так, ну пока чуть ману пореденем, бот улетит на базу. Хорошо. Попесочились и хватит. Я специально сюда к деревьям не пошел, потому что она может сейчас просто подвязать. Гоу-гоу, ботл должен прилететь до того, как сейчас руна риснется. Ботл прилетает, как раз два заряда, и идем дальше. Сейчас пойдем ВР-ку гнобить, потому что не хватает ни ресурсов. Хила не хватает, чтобы ее гнобить. Давай, орещи, пожалуйста. Будет больше ресурсов на нее, будет смерть. Так не хватает. О, сейчас стан, третий стан. Настоящий. Он настоящий. Опять хаста у нее там. Да боже, как же ей везет. То есть я сейчас как? Какой план был у меня? Продамажить ее и потом в атаку пойти. Ой-ой-ой, что творится? Что творится, Анкин? Божечки, я станом не попадаю. Отвратительно. Найс. Ну, как так сказать, никто не ошибается. То есть я ошибся, она ошиблась. Но только для нее это чревато было. Понимаете? Как бы без ошибок нету доты. Боже, ну там просто пушают. Ничего страшного. Дайте даггер дофармить. Тут чуть осталось. Хорошо. Я еще ульту даже не жал. Мидер не помогает, да. Мне тут осталось до даггера копейки, пойду помогать. Так что чильте. Тем более ресурсов никаких нету, чтобы идти. Ты можешь с леса выйти и скорч там. Крипов сжигать, держи в курсе. Боже, они просто Т2 сломали. Просто ломают Т2.
Мне нужна руна. Сейчас уже почти есть даггер. С даггером пойдем. Они что, ХГ пойдут? Ну, типа, это не серьезно, я сейчас точно пойду. Уже туда. Тоже слишком много. А, они ХГ просто идут. Окей. Седьмая минута. Хорошо. Сейчас надо будет даггер уже юзать. Они типа тут зря стоят, сейчас на самом деле. Слишком опасно. Все, есть даггер. Типа просто делать. Да отойди ж ты на своем, блин. Секире. Есть. 800 хп у ВР-ки резко стало, так знаете, было там 600 с копейками, раз 800, то есть уже я с комбинацией ее не убью. Печалька. Это печально. Вот две тпшки есть, можно поесть. Хилочек. Прячемся в песочек и выедем вот эту тему еще. Песочек максим. У нас есть даггер, можно влетать. Где? Спасибо. Рега. Я понял. Бля, она стоит на 7 хг. Во, вот так вот, отлично. Ну типа. Я хз. Как это называется? Это называется... Это называется очко. Тотал. Знаете почему? Потому что они, по-моему, стояли все равно в лоу-граунде. Я поэтому начал нагло поставать. Не повышал. Причем она просто кинула его, она видела. Ладно, ну это мой фейл. Но так хотелось в наглую прыгнуть. Через один и ульт, так сказать. Это было бы менее профит. Ну ладно, никто не ошибается. Окей. Почему ты так в наглую стоишь на фурионе? Вообще бессмертный. Я пробегусь тоже. Боже, как они ее подсейвливают. Не надо дуэльку. Окей. Так не надо дуэльку говорить. Ладно. Держи. Главное, чтобы сейчас Фурион мне ультимейтом не зарядил. Гоу на Б. А, активно. Активно. Щиток можно продать. Гоу Транквил. Смока. Стик до АПМ. Можно нулик взять. Потому что вниз пойдем. О, начинается. Я не хочу, чтобы он вылетал, потому что он корм. А типа он сейчас вылетит сразу легиона. Лотар, сразу там Фуриона, Некра. Это дерьмо. Это дерьмо. Все, гоу, отлагал. Хорош. Побежали. Отлично. Не могу я с 50 латом играть, потому что джаба душит. Я покупаю про аккаунт для того, чтобы 50 лат ставить. Слушайте, я пойду по топу. Окей. Кстати, эпицентр есть. Второго уровня. ТП-шку держать и все. Все, погнали по топу. Фурион на ботами. Пойдет, кстати, он в этот. Вагоним. У нас все линии пушатся. У нас лейта как такового нету. Типа мы тут лузаем изи. Если чё.
Зилус, как бы. Вертолет, вертолет. Что там? 600 хп? Вивер. Как-то так. Shift Gaming. Сикер видит, это хорошо. Но зря ты развернулась. Но у него она вечно на хосте. Вот ей три раза за игру выпадает хейст. То есть, какова вероятность, что выпадет хейст? Там 20-15%. У нее он три раза выпал просто. И это позволяет ей жить просто. И жопу это сейвит. И неоднократно. Пацан берет просто и убегает. Он опять... Вот, ну нет, я тут я уже тебя не отпущу. Чё не делай, ты тут не уйдешь. Да блин, почему даблкаст этот, мультикаст, ё-моё. Вот, блин, засранка. Нету. Я пошел на руну, мне руна нужна. Пойдем, почилим, постоим АФК. Так, Дискорд. Дискорд уже есть, что это такое? Кларити, хорошо. Дискорд здесь, 900, есть. Идет ли? Опять 2х. Да посмотрите, как Огрик упрет. 2х, 2х, 2х. Вот если я пикну Огра, типа это будет минус 2, минус 2. То есть будет сниматься мана за 2 стана и не вылетать стан. Коротко обо мне, о моем везении. Смотрите, Дум влетает, прыгает, Дум. Дает нифига, агрессивная катка. Ну я ладно, пойду тоже подерюсь. Пойду подерюсь. Стоим в песочке, пилим. Дадем тычку, заражаем, заражаем. Заражаем, так сказать. Не надо вязать меня. Боже, она замаксила шекель. Хорошо. Ладно, пойдет, хотя бы даблкиллы там какие-то красивые. Делаются. На том спасибо. Казанова древесный. Казанова древесный. Это Фурион, если вы не знали. О, лол, это вообще, это ж новый список. Новый список героев. Это Мега Анна, Марита, Дракон Интеллекта, Казанова древесный. Фига себе, это круто. Дота приоткрывает новые двери для меня. Типа, Дота, это Мега Анна. Дота, это Марита. Дота, это Лесной Казанова. Лол, Азиз, что ты несешь? Что ты курил перед стримом? Спрашивает у меня перед стримом, перед гайдами даже. То есть, ну, это звучит как бы странно, да, но это прикольно. Это прикольно. Ладно, возвращаемся в катку, руну, смотрите. О, ах ты свинья. Да, постой еще, попили. Курочка. Хейст, ну на этот раз я возьму. На этот раз я возьму и побежали. Теперь моя очередь, давай, побежали. Да повязать не надо. О, вот так вот, братан. Вот теперь я взял хейст и я убил тебя. I kill you. Найс. Фурион, делай ТП резче, я на хосте. Куда бежишь? Ты где на Фурионе? Лол. Как ты его упустил? Ой, неужели тут нельзя пройти? Ты серьезно? На Думе почему ты дальше не прошел? Видели, Фурион там вышел? Он просто вот тут так вышел. Вот здесь прошелся, здесь сделал ТП. Понимаю. Убиваемся. Поехали. Прямо ботами уже. Тревелечки можно взять. Тревелечки. Волтешку. О, волчара аура есть. Погнали. Изи тавер можно запинать с волчарой. Или можно на бот выйти. Бахнуть прокаста.
Он меня тут увидит, конечно, рядом с крипами. Он сейчас ТП в наглую сделает просто. Я стан слил. Зачем-то, не знаю я зачем стан слил. Типа я прыгнул, думал стычек бить его просто и все. Но потом что-то понял, что зачем-то стан слил. Ладно, линию отпушили и да ладно. Гоу сейчас возьмем поинт бустер, возьмем будем выходить в эгним. Пойдем мид дефнем. Хорошо, монета. Ой. Так вот. Как раз 16-й, да, АП. Будет хорошо. Легу можно пойти встретить. Good light. Божественная легкость. Сейчас фурио на ульт прилетит. Кто там оунит? Оунит, ребята. Сикер оунит. А там трипл будет от сикера. Там радиенс. Есть почти агоним. Сколько? 1000 хп. По идее, сливаю. Изи вообще. Просто 1000 хп, изи. Комбинация. Почти есть и гоним. От копейки остается. Креветка. Есть и гоним. Жесть, как же быстро выфармливается гоним на данном персонаже. Очень быстро. Заразил и бахаем всех. Три крипа, желательно три крипа заряжаешь, гоу, еще под фармом вот этих пацанов. Это кормушка. За них экспу дают и золотишко, соответственно. Это круто. Так, ну что, есть и гоним. Ждем эпицентра, чтобы сделать красивый файт. Ну, типа, я думал, он... А, нет, смотрите, на сикера. Ты меня подставил, братан, в курсе. Я на Б пошел. Потому что там парень на Фурионе по топу идет, у меня нет ТПшки. Продадим стик сейчас, а он на ботом же ушел. Но Фурион сплитпушит нормально. То есть он понимает, что, как и где это работает. Плюс у меня ультимейт КД. Сейчас мы быстренько тут отдефимся, купим ТПшечку. Погнали. И погнали. Дефиться на Сандкинге вообще на изи просто. Ты берешь, заражаешь 2-3 крипа, Сандшторм и все, и ГГ. Просто крипы все дохнут. ТПшку. Вообще травела бы выйти. И все. Не паришься. По топу надо пойти. И хочу что-нибудь прикольное. Типа... Драку хочу. Тихонько. Вижен даем. Дапочка. Играем. Акторинчик next. Кстати, видели, как дискорд упал и дэмэдж как упал с ульты? Очень заметно. Один пульс считается как пол пульса. Есть почти 3к есть. Фармит с дабл дэмэджем. Ах, ты это что такое? Где руна? Кто забрал? Кто инвизный у нас тут? Легион? А, нет. Татара.
патча, но главное было дело увернуться. А дальше как пойдет. Главным делом было увернуться. Я не видел. Я на карту смотрю, и белое все. Ну, то есть, ну, в наших тиммейтах. Я думал, там ничего не происходит страшного. А там, оказывается, пенетрация идет. Очень страшно. Очень страшно. Хорошо. О, братик. ГГ. Братик тусу залетел. Захотел красивых тел. Что ты такое? Что ты такое? Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу, душим. Ребят, самое главное в понимании на Санкинге, как опять-таки я повторюсь, это shift. С шифтом изи катка. Без шифта ГГВП катка. Так что запоминайте. Хосту мою забрал. Жук-паучок. Павук. Павук! Не знаю, собрать сейчас. Давайте возьмем сначала руну, а потом возьмем все остальное. Легион, 1300 хп. 325, 100 и 50. Ну, не хватает. 300. 400. 70. Хватает. Хватает на прокаст. На прокаст хватает. Дискорд даем сразу. Дискорд даю. Жаль, что в иллюзии яд не работает. Классно было бы. Его продаем. Тревелак этому бы за тару. Пойдем топ дефать. Тревелак бы к этому за тару. И можно сейчас драку такую в пятерых. Топ степчиковую такую. Вот этого добить. Как раз добью того еще. Вот этому тычку, вот этому тычку. Вот сюда едок. Сандштормович. Все, найс, все крипы умерли. В принципе, на базу я не пойду уже. Типа, у меня бустер. Соответственно, хороший монорек появился. И хп-рек тоже неплохой. И так и будем сейчас идти, в принципе. Бурион тпшится. Это что, наркоман? Это что такое? Ну, я типа жирный, но я не уверен, смогу ли я тут выжить. Ну, скорее всего, смогу. Можно еще на развороте что-нибудь придумать. Сейчас придумаем. Уф. Типа братик в тусу залетел, захотел красивых тел. Лол, я настолько жирный, меня так долго убивали. Но на развороте я тут уже ничего придумывать не буду. Не хочу велосипедец. Хотя можно вот так на развороте придумать. Гоу, на ботом. На ботом гоу. Ну, так, то так нравится, наверное, да? Не знаю, как там Сларк меня не убил. Это овер. Овер жестко. Спасибо за подписочку. Так, мы паучков сбиваем. Первое, что в такой ситуации нужно сделать, это сбить паучков. Второе, это просто бежать. Но, по идее, я могу и подраться, в принципе. Сколько маны их должно хватить. Дуй, хорош. Пойдем за предметом нашим основным. Тринович. Салат. Все, я на Б. Пойдет. Салат. Крабовый. Салат крабовый. В премьере. Так, ребят, хорошо. Хорошо. Есть ТПшечка. Та-та-та-ра-та-та-ра. Пах-пах-пах. Долго думал. Гоу, ТП-шку на мид, и хочу драку такую. В пятером они такие, вах, мы тебе сейчас порвем. Да закрой его. Ты подсало, может. С пуртами мог закрыть его. Просто все.
касты. Дастов нет. Пацаны, ну вы держитесь там. Как бы. Дастов нет, но вы держитесь. Ждем дискорд и прыгаем. Пока можно вот сюда завести пацанов, так сказать, в опасную зону. Ой-ой-ой-ой-ой, какой же я кривого отбил. Но он там сам, в принципе, пошел умер, пацан. Жаль, нету дискорда. Ееее, ну это стил. Я тут размотылял их. Типа просто кнопку дал. И все. Ребят, после ультимейта самое из основных это нажать shift на какую-либо дистанцию. То есть, ну просто C нажал и просто shift. Это уже просто должно быть на уровне машинальном. Просто shift и куда-то идти. Чтобы после ультимейта, после ультимейта, чтобы ваш персонаж сам пошел. А не так, чтобы... Заразили троих, подкоп, все умерли. Не так, чтобы у вас персонаж, чтобы вы сбили себе ульт вот в такой ситуации. Обязательно шифты, ну то есть вы это видите сами по геймплею. Может не видите, микромоменты все эти не замечают. Видят такое, ага, там не прыгнул, там стан не дал дно. То есть как бы все смотрят на это. То есть, а вот микромоменты, там шифт, вот это все, ребят, это все нужно знать. То есть вот эти микромоменты вы не смотрите, вам это, вы этого либо не понимаете, либо не смотрите. То есть, а это микромомент реально, который решает. То есть я могу там, мог ультом прогулять, не убил бы двоих, понимаете? То есть, а тут как бы нажимаешь shift и все. Ребят, кстати, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Кто вдруг, если новенький на такой примере сидит, на примере гайда, без вопросов. Подписывайтесь, будете в теме реально. Будет вам по кайфу. Кого заразим? Сейчас бы, блин, по максимуму заразить, чтобы подошел Фурион, и я бы как бахнул. Там столько дэмэджа будет. Боже, я больше хилюсь под тауэром из-за Октарина, чем... А вы запарили. Что он так не имется? Легион меня щекочет. Это что такое? Щекотят, девчат, усы. Уф, я, по-моему, я закайтил, не? Можно на развороте. Боже, как же я отхилился, да? Так, ситуация. Сюда. Пойдет. Ну, надо травела сейчас. Наконец-таки. Ух, сейчас заденаил. Ну, на профессионализме, парниша. Видели, как я начал хилиться с Октарина? Просто я прыгаю в троих, я фулл хп себе поднял. Такое. Кого запушим? Надо пушить. Но все же я думал бы эту игру по-любому без смертей никак не обойтись. Но на самом деле я мог тут попытаться уйти. Тавр, блин. Если добил бы тавр, я бы в песочек просто ушел бы. Все. Я по таврам стою зажат. Ну сам виноват, по сути. Но два фрага в один. Но холи щит отдал. Холи щит. Такое. Ладно, берем травела. Хорошо, травела есть, можно повезти. И гоу сейчас по чуть пушить. Креветка. Креветка 2.13. Прыгает на раптуре. Прикольно. Кстати, раптура очень даже и жесткий спел, я вам скажу. ХП сжигает только так. ХП сжигает только так. Похилюсь. Вон, подойди, крипов добивай. Своих. Не может добить. Пуш такой думает. Блин, кого ж добить? А никого ж нет. Так, есть травела. Че, готовы на самом деле? Можно сделать ТП. О, а че ты ничего не дал? 1400 хп. Я начну файт тогда, когда... Когда начнут файт. Секиру захилиться бы. Пуджу не надо хилиться, Секиру надо захилиться. Сейчас день, блин, опять день.
Днем вылазки на Санкин не делать тяжело. Вон Сларк стоит в кустах. Все равно связал. Хорошо. О-о-о. Надеюсь, меня тут не видно. Хорошо. Типа это хреново. Ладно, крипчика ударю. Боже, от яда просто там. Я настакал яда, от яда умерли. Кого на ботом? Опасно. По тавре я за ним сигать не буду уже. Куда? А, норм. Но я не на него направил. Обычно, когда на него направляешь, на самого персонажа, тогда Линка сбивается. А тут я не на него направил, через него. И Линка, типа, все равно лол блокируется. Жестко. Это жестко. Это жестко. Нам, блин, мне бы отхилиться с ульты. Мне бы отхилиться. А надо ультануть в него. Вот сейчас, видите? Нет, тогда на него нажал. Понимаете, как это работает? Хорошо. Сложились два замедления, убил. Отлично. Два замедления, в смысле, с третьего. Третий закончился спел. И ультимейт. Замедло накинули, все. Да, кстати. Я думал, это тут не пофиксили. Все же тут это имеется. Все же тут это еще имеется. Опа. Куда идешь, дурочка? Ой, моя сладка. Погибла. Вот я его хотел застилить. Жалко. Ну вот такая вот тема, ребят. То есть если таргет, ну да, я помню, такое было на 83, но на 85 я не знаю, есть такое или нет. Но все, на этом катка закончилась. То есть, как бы, если вы таргет прям на персонажа нажмете, Линка собьется, типа, и вы не застанете. А если чисто, ну я там чисто, я там простаню так, знаете, в стороночке, типа, не я. Типа, как бы я не тебя хотел застанет, туда застанется. То есть тут как бы работает это так. Тут это работает так. Гоу для картиночки. Воу, не получится. Гоу на базу туда. Хорошо. Жаль, что сдох, а так на ноль шел. Подписывайтесь на мой канал. Найс. Почти 12к, да, ребят, спасибо за активную за подписки, за вот эту всю тему. Уже почти 12 тысяч подписчиков. Это очень довольно-таки неплохой результат, не считая того, что я не пользуюсь никакими бустами в виде накруток и прочей всякой срани. То есть все по-честному, все по-четку. Но если попадает, не попадает, к сожалению. И можно вытаскивать тут. Сейчас есть, в принципе, даггер почти. О, все, вышел. С руки долго, пацана. Блин, эх. Страшно, вырубай.
Ой, хорош, выхукал. А, смотрите, колодец вот тут лупит. Понимаю. То есть, ребят, спасибо вам за то, что подписываетесь. Не остаетесь, так сказать, равнодушным. Если вам нравится контент, то я рад. Я рад, но нету кнопок. Я рад тому, что активность, так сказать, исходит от вас. Это по кайфу. Так, ну они, походу, будут сопротивляться еще 90 минут этой катки. 90 минут этой катки будут сопротивляться. Там как бы уже все ГГВП. Так, ну тут стоим, сейчас сикера прилетит. Опа, меня тут видно. Это плохо. Так. Отлично. Ваша. Отлично. Есть. Хорошо. Ворвались, так сказать. Добили. Ну, нормально, такая интересная игра. Ребят, это четвертая игра. Я заливаю именно победный, потому что лузы, где по 30 фрагов идти в команде дебилы, которые, ну, Мартретка с сапогом бегает на 50-й минуте, это, конечно, не контент. Контент, ну, я в тех катках потел, даже можете, в принципе, матч-листы посмотреть на этом аккаунте, через который я играю, но это просто овер-дерьмище. Такие игры, они очень эмоционально идут, потому что тут просадка идет. Я всю карту, все 4 игры, вот, которые я пишу на Сент-Кинге, я все 4 игры выиграл мидлейн, а толку нету. То есть я бегаю по 20 фрагов, по 30, а толку нету. Команда не понимает, что да как, да и чего. То есть печалька. Вот есть такие небольшие... Ну, то есть Сент-Кинг, то есть я понял, что Сент-Кинг в соло может до определенного времени. То есть вот в этой игре, ну, Сикер молодец, то что-то делает, реально. То есть тут, безусловно, сказать, что Сикер молодец, это кайф. Он зафризил их всех, да? Понял. Чё, кастуем в крипов? Или под колодец сейчас? 10 секунд. Но не хочу умирать. Не хочу умирать. Такое. Ну, такая каточка, ребят. Кому понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Гайды выходят. 2 гайда стабильно в неделю выходят, ребят. Ждите своего героя, которого ждете. Можете обязательно написать в комментариях, какого героя бы вы хотели увидеть. Но не надо так спамить. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Вот так вот все заспамил. Вчера чел один заспамил, пришлось удалить. И ребят, я буду карать такую тему блокировка. Потому что я комментарии все читаю. Все. Стараюсь все читать. Если на какой-то комментарий я не поставил сердечко или не ответил, это не значит, что этот комментарий я пропустил. Это значит, комментарий я не посчитал нужным выделить. Ребят, так что всем спасибо. Оставляйте положительный отзыв. Подписывайтесь на канал. Всех люблю. С вами был Азис. До скорых встреч. Ом-ом-ом-ом-ом. Да, 3 можно пикнуть сразу. Ом-ом-ом-ом. Странно, Сан-Кинга никто не банит. Имба-патч. Не, он... Третий спел у него прикольный. Тут наив все равно взялся. Рефуск Гаммер. Взял. Взял своего камня. Волосати камен. Камеб. Та-та-та-та-та-та-та. ХД. Рассмешил. ХД. КМХБ. Как? Ты би. Как ты би? КМХБ. Как ты би? Тби. Тби. Цбипок. С... Би. Даже. Цбип. Цбипок. Цбипок. Так. Что у нас там? Хватит деградации. Мухаммад у нас там 0-1-1-2-3. 0-1-2-3 у нас играет Мухаммад. Сайленсер. Сайленсера я не люблю. Сайленсера я не люблю. Я услышал знакомое слово, да? Каблуки, да. Так, чё, в дэмэдж пойдём? Battle Fury там.
Сан Кинга с Battle Fury давно видел? Battle Fury там, что еще? Dagger, BF. Бабочка. Не, мом нельзя тут собирать. Doom БКБ делаем сразу. Там вот подсказчик. Луна говорит, думаю, братан, БКБ нам сразу надо. Там Тини, Ланайка, Лина и этот, Сайленсер. И еще сейчас ласпиком кто-то зайдет. Джокса, что с тобой? Никнейм у парнишки. Джокса. Я лес. Лес, которым управляет. Управляемый лес. Джокса. Я хочу третий спел просто стакать. Боже, какой он классный. На этой карте. Вау, просто. Просто. Экслант. К чему у меня еще? Раз, два, три, четыре, пять. Боже, я уже не фигово гайдов написал. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Еще много гайдов. 14, 15, 16, 17, 17, 19, 20, 21. Еще 21 силач где-то плюс-минус по гайду. Гоу, так, щиток бомжа. Айрон Брюнки не будем брать, возьмем сразу Танго ЕС. Танго ЕС. Есть такое дело. Курицу придется соло брать. Соло. Ха. Прикольно, что третий спелл через 6 секунд после удара срабатывает 50% дэмэджа. Это классно. Я понял, пацаны. Админы, почините, пожалуйста, вот это дерьмо. Почему я не могу через бинт открывать курьера? Почему я должен вот это дерьмо видеть? Что это такое? Не работает даже, я не могу даже биндами перекидывать его. То есть как, вот допустим слоты, вот я могу тут перекидывать через бинды. А тут я не могу это делать, почините, пожалуйста, это дерьмо. Пока на вас заяву не написал. Плиз, умоляю, Поник, пожалуйста, прислушайся ко мне, не делай из меня дурачка. Сам дурачком остаешься. Если вы не можете это сделать, в чем проблема, я не знаю, то какие вы тогда админы. Хреновые. Ответ прост. Стан. Даю стан. Я не пойду, у меня стан рейндж там сколько? 400, в упор надо дать. Она зашла здесь, понял, в Мелде стоит. Давай, дурочка сладенькая. Дурочка. Стоит в Мелде просто. Так, кто на мид? Тиник. А, Лина. Ну, с Линой, в принципе, разговор короткий будет. Стан. Понимаю. Станом фармим крипов. Миля, ты станом фармишь крипов на Лине? А чё нет? Тут, смотри, просто стан спамит. Дурочка. Ладно, уговорила. Отзонила меня, я проиграл. Вот и скорч. Оп. Ща братик в тусу залетит. Оп, замедло. Встанет. Сейчас умрет. Третий. Еще раз третий. Еще раз третий. И можно без матов, пожалуйста. Он слышит, все равно слышно. Тоненьким голосочком его писклявым. На площадке дети поют. Стан. Понимаю. Но слайвом не убьет, по идее, если даст даже. Все, хорошо, и стан. Отлично, четко. Четко, круто, молодежный, не тангус, не будем кушать. О, стоит камень. Иди сюда, будем разговаривать с тобой. Я четвертый левел, он первый. Окей, ну тут походу придется жрать тангус и драться за руну, да? Гоу. Найс. Он сам себя, да, он сам себя сейчас подставил. Замедло можно, пожалуйста? Самое время. Спасибо. Спасибо.
Она третий вкачала, я не могу догнать. Эй, Джумай Сенба. Тиам Нопс. Ну, нас на, так сказать, на характере забрал ее, но все равно. Тут животное пришло. Гав-гав-гав-гав-гав. На меню. Да. На характере. Джумай Сенба. Василек. Это нормально, что мне так пишет. Гоустик пригодится. Это смерть. Смешно тебе? А мне не смешно. Потому что это смерть. Кто у них там по пику вообще? Кто у них? Лесничок есть? Эй, лесничок. Леснички. Подожди, как? Лесной? Подожди, не, лесной как же? Сегодня что-то увидел, типа, фраер лесной, что-то такое. Это Фуриона так назвали. Что-то такое. Что-то такое. О, привет, Тини. Как дела? Да ну тебя нафиг. Йоу. Так вот сделаем. ТПшечку обязательно. Потому что нужно будет сейвить своих писюнчиков. Кого делать, гоним? Не-не-не, тут через БФ пойдем. Через Battle Fury. Шестой есть, можно поесть. Но я в наглую, кстати, не кастану по нему ульт, он успеет. Хорошо, 815 хп, гаулину встретим. Чё за руна? А. Хорошая руна, я такие люблю. Они свапнулись такие. Братан, нет, не пойдешь ты на низ. Мне нужна 100% уверенность, что я не хочу тут прогуливать руну. Я вообще на скилле. Оп. Гоу, обратку. Я не знаю, я не успею просто на него ульт нажать. Я устал сегодня, знаешь, вот я сегодня когда писал вторую игру, я устал вот это дерьмо смотреть, реально. Вот в каждой игре по 3-4 лагера, это стабильно сейчас. Чё, лейта не будет. 3G модемы, добрый вечер. У них там так. В этом и проблема у них с интернетом. У них проблемы с интернетом. Гоу, ехали. Вот, ну полагал, чуть отлагал, это я не понимаю. Эй, лесничок. Помню. Нифига ты на скилле, пацан. Я могу на развороте сыграть, кстати. Не могу. Крипы все до меня доковырялись. Сколько маны там, братан? 120 маны, гоу. Он уже отлетел. Хорошо. Латпулза. Что значит Латпулза? Латпулза. Хост, где лад? Туннель, лаги. Туннель, лаги. Ну, фаст дагер сейчас сделаем, 8 минута примерно. Это только главное руны собирать. Пост интернет, плиз. Я оформляю заявочку, отправляю ему новый интернет, такой, знаешь, там станцию, какой-нибудь сервер. Шестая минуточка, самое время. Я не знаю, мне надо пойти кнопку нажать. Не, надо идти сейчас и нажимать. Заткнись. Так, 3 секунды, 2 секунды, 1 секунда, гоу. Эй, лесничок. 100 маны. Мне надо на бесплатную ману это все сделать. Insufficient mana. Ну, на бесплатную ману вот так вот я люблю делать. Гоу. Второй надо вкачивать, потому что сейчас дагер уже будет. Мохаммед умер. Эй, лесничок. Боже, как же мне нравится. Спи спокойно, дружочек.
Го, лесничок. Олю. Помощник би. Стан будет давать. Типа такая умная. А, нет. Стан надо было в помойку. И лесничок. Ну, сюда, чтобы не палить, что у меня. У меня есть даггер. Да ты посмотри. Ну, типа, с лейвами сыт не будешь, на самом деле. Ну, типа, это Лина. Добрый вечер. Лина, это такое дерьмо. Стан. Стан, стан, стан. Сейчас зафармим. Хорошо, но здесь там не будет никакого инвиза у Тини, потому что я не хочу умирать. А, не, он на лагу уйдет. Что у него? Все, размяли. Сейчас замедлится. Удачник. Сколько маны? 200 маны еще. Да боже, у него такой монопул отвратительный. А типа я тут сейчас в таверну отлечу, если не промансую правильно. А типа я тут все равно отлетаю. Ай, боже, забыл. Ну, я не видел. Не, я байбекаюсь обычно в наглую на этой карте, потому что типа, ну, типа 350 золота, я сейчас прихожу, его убиваю, у него нету ресурсов никаких. Но он сейчас пойдет и руну возьмет, то есть уже, ну, то есть не будет такого преимущества. Что-то мне надо Лину, походу, раком поставить. Не, ну типа бесит, она просто ходит, по... она ходит, ни хрена не делает, но вот этим ни хрена не деланием она делает игру. Это бесит. Я... У меня есть дагер, у меня просто, ну... Нету ресурсов! Ну, вернее, я стараюсь драться за эти ресурсы, но, типа, я один дерусь, как обычно. Гоу я сейчас... Блин, надо было даст, ой, даст. У него ульт, там все есть просто. Ну, спрокаст, по идее, не должен убить. Вижу. Поехали. Урбит, урбит. Сейчас замедлится. Лунайку надо найти. О, привет. Она без рефрекшена, походу, я не знаю. Гоу на ботом. А вон фрик фрак стоит. А, они его сами сейчас убили. Гоу, блин, что мне? Транквил сделать? Не, ну тут типа я пойду... Не. Ну, в, типа, да, что-нибудь такое по рофлу. Дэмэдж какой-нибудь. С руки что-нибудь. БФчик. Курили БФ. БТ БФ. Лесничок! Я успел закайтить прокаст. Вечно куру реюзнутый, чилен. Кроба вообще просто кусок дерьма, которого просто по КД можно овнить. Но я почему-то этим не занимаюсь. Я стою, воюю. Есть стик, есть кайты. Наверное, я не знаю. Короче, гоу. Мне нужно реабилитироваться. Все, изи. Сейчас сначала этого пацана накажем. Потом
потом пойдем по линии. Типа драться вот это за сливать просто так кнопки, это не то. Не то, что нам нужно. 800 хп, она просто стан, три тычки. Боже, она просто пушит. Что за хрень? Она даже без экзорцизма запушила. У нее 9 левел. Она как этот, как мидер. Элис, ничего. Все хорошо. О, спасибо. Что, варды нужны, что ли? Гоу, вард один на руку. О, там Тини выехал уже. Неужели я не успею? У меня кнопок нету, прикидываешь? Да, куда пошел? На низу регент забрали. Печаль. Отлично. Кусок лины. Запарила, просто с лейвами спамит и все. То есть она сейчас может просто с ХГ сыграть. Слейв, лагуна. Я ее не вижу. Экшена нету. Придется немного. Немного адаптироваться придется. Кроба, пол лотара. Ага, сразу вард. Туда же ткнула вард, куда я поставил. Лол. Осуждаю. И сразу, она ни разу не пробовала. Ладно, все, я понял, я сдаюсь. Как скажете. Как скажете. На бот пойду. Сейчас руна будет. Типа тут скорее всего проиграем. Ну, хотя смысл судить пока не вижу. Я на силу и поехал. Кусок дерьма. На тине. Да, ну реально бесит. Проказ просто почти все хп сносит. Вот не было бы у меня, как бы, ну, ПТшки, я бы, скорее всего, даже бы и умирал. Просто, ну, это смешно. Блин, а там этот Сентрик стоит, да? Вот это сейчас рискованно, тут просто умереть можно. Боже. Что за 1x9 гейминг? Вард есть? Конечно, есть. Что это сейчас было? Извините, я блинканулся сюда, у меня персонаж не блинканулся. Дерьмо конченое. Какое-то я сейчас не понял вообще ни хрена. Будете Хускара убивать? Блин, лол. Конечно. Напоминает игры с подписчиками. Ну серьезно, и вот у меня другого нет, как бы это, типа, тупая игра. А, они как стояли, так стоят. Ну, то есть это норма, то есть я прыгаю, убиваю, типа, а там дальше как стояли, так и будут стоять. Боты просто реально. Не знаю, лезть на хайграунд, типа. Типа, мне вообще не кайф играть эту игру. Ну все, это по КД пойдет. Теперь меня будут пылесосить, что я конченый. Конечно, когда у меня все АФК ходят. Я должен сейчас и вардить, и тащить, и все это дерьмо делать. Понимаю. Мидас на некре. Худ. Я не хочу худ собирать. Ну вот реально. Вот лучше его сделаю.
На некро? Ну там медаз зашел. Там них не надо худ собирать, там медаз зашел. Они все вардят. То есть, блин, там два персонажа, которые вардят тупо. То есть это, я не знаю, как на СК можно тоже без вардов играть, потому что я, например, не вижу, куда мне прыгать. Это, конечно, жесть. Это, конечно, жесть. Ну, ладно, я делаю так все, что могу. Так все, что могу делать. Где ты там стоишь, дурочка? Иди сюда. Есть, можно поесть. Кто там идет уже, Лина? Лина что-то соображает в этой игре. Хускар, можешь нажать кнопочку волшебную? Молодец. Ждем. Ну типа там волшебная кнопочка. Кого песок? Окей, сало на ботами. Гоу, сало. Он один. Он один. Один. Кого он убил? Дума. Ну все, нету. Ушел. Потавр спрятался куда-то. По таврам стоит там. Я туда сам не пойду. Хускар должен идти. У тебя армлет или у меня? Я понял. Коротко о Хускаре в моих играх и в играх ВС. Опа. Укусики. Окей, okay, через БФ. В урон пойду. Аккуратничает очень сильно. Я сейчас прыгну. Типа, блин, хреново днем. На Sun King самое хреновое это днем действует. Днем видно, все видят. Все могут подловить. Типа. Прикольно. Ладно. Get back, get back. You wanna, you need a... О, Лина. Лина, страшно. С дайгером страшно. Когда день кончится? Хочу подраться нормально. Да, только не говори, что ты в наглую будешь думать. Хорош. У Лины дайгер. Лина что-то соображает, прикидываешь. Но мы проиграем тут, у нас типа дисбаланс. Да, типа пока мы не проиграем, он будет бить лес до конца. А что, почему мы проиграли? А, Sun King конченый, точно. Игру проиграл. Выиграл мид, выиграл роум. Все, игра сейчас в помойку сливается, потому что нету от команды толку. Да, еще скажите, вы все на руну пришли, потому что ее забрать. Гоу. Ну надо драться, я не знаю. Лотар можно собрать. Лотар, гроба. Сентри стоят. Найс. Тут сентри на миде стоят. Сентри на миду. Он заберет ее, по идее. Где моя ТП? На топ. Все. Вард кончился. Вижена не будет тут на миду. Че мы АФК стоим? Я пошел по другим линиям шататься, типа, я буду тупо фармить. А что делать? Стоять АФК, смотреть, как моя команда стоит втроем под товарами. Но сейчас я, как обычно, ушел, и, типа, именно сейчас начнется драка. Это нормально. Тини сейчас просто прыгнет, убьет с прокаста кого-нибудь, и все. Хорошо, что я ПТ сделал, на самом деле. Слушай, а может Blade Mail попробовать сделать? Блин, на Sun King Blade Mail это такое. Честно. Смешно. Sun King это не такой персонаж, которому нужен Blade Mail. Ну, по крайней мере, на второй позиции это смешно. А?
Ну, типа, у него даггер. Когда я смогу прожать БМ? Я смогу прожать БМ только тогда, когда я это буду ожидать. А не тогда, когда он возьмет и прыгнет. Просто пушит вниз. Лина там. И не убьют там. Хускара. Не получится слить прокаст. Не тут-то было, так сказать. Песочимся. Хорошо. Кто идет? Понимаю. Тавр обязательно должен закидать меня какашками. Так, ну если я хочу, чтобы Лина подошла. О, Тинни еще идет. Интересно, Вижн есть? Блин, печалька. Ну типа вот это, драться за тавр. А, ну все, тут крипов сейчас не будет. Я тут проигрываю тавр по-любому. Да, все. Слишком опасно туда идти. Вижна нет, все, квадраты Малевича начались. Только Сан Кинг перестал варды брать, все. Я не буду, я ни один вард не куплю. Больше. Ни один. Просто пусть что хотят делают. Ни один варник. Типа я каждую игру реально покупаю. Я вообще не обязан покупать каждую игру. Я вообще не обязан, в принципе, потому что я играю на второй позиции. Сори. ЧСВ. Где эта дурочка? Тут в инвизе стоит, по-моему. По-моему, где там тут в инвизе стоит. Тут? Свинина. Я, если честно, не видел, где она стояла. Гоу, 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 гоу. Животнич. Уже. Степ. Заколотил. Хорошо. Пол БФа есть. Глобалочка. О, аганим на сайленсере. Давно не видел. Не куплю варда ни одного. Даже не думайте. Не куплю. Че у меня там по айтемам? Войдстоун еще надо купить. Плюс топорик. Топорик сейчас и войдстоун остается. А сейчас тут быстро, очень быстро предметы поднимаются. Когда к крипам подходишь, всех убиваешь. Быстро очень. Отлично. 700 есть. Еще 150. Так, что там у нас? Есть. Уайтстоун. Я бы не справился без Дума. Конечно, ПКБ на Думе. Кто ему не нужен абсолютно. Спасибо. Отлично. Есть БФ. Сан Кинг с БФ, понимаю. Та-дам! Как тебе такое, Илон Маск? Надо сделать БКБ, баш еще. И Керасу. Чтобы если прыгнул, подкопал и все, ты, то есть ты вгрызаешься и такой, просто за ноги грызешь и ядом долбишь. Нет фарма, лесные. Хуск, 17. Тут не надо фармить. Вот сразу такое недопонимание у ребят, что тут фармить не нужно в этой игре. Нужно драться, все. Больше ничего тут не нужно делать. Драться, драться, еще раз драться. Не куплю варда. Нет. Нет, нет, нет. Кому вардить-то? Тебе, Керри? Вообще-то некр тут должен вардить. Ну, пусть пилит. Плевать вообще.
ДПФчик. Да так смешно выглядит сейчас на Battle Fury. Надо подраться. Вон, пацана на хускарь цепляют. Армлет включил, БМ включил, поехал. Драка, 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 ехал. Глобалочка дается, минус мана. Иди сюда. Славила свои ланайки. В Рипера улетела, дурочка. А можно изи тут? Я не хочу первый идти, типа, вставляться. Ладно, я куплю дасты. Я говорил, что не буду покупать опсы. Я куплю дасты. Опсы я никогда не куплю. Я вам клянусь. В этой игре я опсы не куплю. Я не обязан их покупать, потому что у меня позиция вторая. Я вот просто устал вардить каждую игру. Реально. Хотя это приведет нас к победе, если я буду вардить. Типа, ну это если я буду делать. Типа это смешно. Вот в помойку. Блин, мне что-нибудь такое, чтобы не бояться прыгать и бить. Реально, я боюсь туда прыгать, потому что там очень много кнопок, которых я боюсь. Сало. БКБ сделать, что ли? Лол, гоу БКБ. Хорошо. У меня есть дасты. Тоже хорошо. Ти не сможем убрать, если что. Первый вардик на карте появился. Боже, как с БФом я и лицо ломаю. Новая мета. Новая мета. Новая мета. Battle Fury на Sand King. Лол. Глобалку дали еще. Ты видел? Ты не видел? Лол. Я линии вообще с руки просто лицо сломал. С Battle Fury просто. Я реально накидали. А так спида не хватает. Но мы сейчас будем с этим что-нибудь придумать. Кирасу. Сразу Кирасу. Помнишь, как мы играли One by One, когда всегда такие сандкинги заряженные бегали у нас? Боже, это так классно. Ностальгирую. Просто анонирую, ностальгирую. Анощи, кури. Это строго мой фраг был. Да ты ж... Ты ж... Шамиль Гасанов. Шамиль Гасанов. Я могу вообще леса колотить тупо. Боже, какие у меня злостные айтемы. Смотри, Лина отлетает как с руки. Видел? Просто 4 тычки, пол лица. Но это страшно, сейчас тут Ти не может вылезти. My name is Unstoppable Unstoppable Witch. Бахаю Санкинги на Санкинги с БФом. Не, просто. Кираса почти есть. Боже, как же он быстро фармит, реально, за счет третьего спелла. Я линию толкаю, только ударив двух крипов. Тык-тык и все. И типа... И Кираса есть. Где Кираса? Вот она. Лол-то новая мета, Санкинг с БФом.
То есть забытая старая даже, да? Я бы сказал. Забытая старая. Тараска там чинить. БФ. Крит. И замедление есть у нас причем. Мы можем просто убивать, замедляя. С Кади ничего это не будет сочетаться, конечно, но... Смысл-то тот же ж. Все, есть кираса, лол. Не прошло и полгода. Кираса есть, можно поесть. Не муншарп купил. Единственное, с кем будут проблемы, кого я не смогу убивать, это Тини. Глобалка, серьезно? Боже. Чел глобалку дал. То есть, ну, он увидел, что я прыгнул, сразу глобалку нажал, и типа я сдох из-за этого. ВКБ. Некролайт просто октарин сделал. Ничего нету. Сапог, октарин, мидас. Осудите этого пацана. Новая имба, мета, 85-я карта, 314. У тебя сколько? 3К? 3. 3 почти нету. Чего 3 почти нету? Чего 3? У тебя сколько? 3 почти нету. Кнопки. Почти нету. Он не понимает просто о чем. Ага, вижу. Ладно, в лейтгейминге поговорим. Я его с руки буду передамаживать. Прям вокер ты. Ну, я насчет вокера не говорю, конечно. На. Как тебе это, Илон Маск? Смотри. Лука, что происходит? Да. Изи Тини вся. Боже, кстати, я забыл, как классно на Санкинге смотрится кираса. Эй, сразу... Я бы убил с руки ее. Серьезно. Тут я Тини побаиваюсь, потому что он прокас дает, там еще и глобалку себе накидывает. Мне надо БКБ. Ты БКБ? Нет, какая-то раз. БКБ, чтобы бить с руки Тини. Тини в драке, я влетаю в Тини, и он типа, ну, нажимает. Вот он. Все, глобалка. То есть я сейчас нажму БКБ, я ухожу. Второй раз через глобалку. Он, видишь, он ищет меня, просто через глобалку убивают. Просто через глобалку. По-другому он не сможет меня по-другому убить. БКБ я что-нибудь еще? Нет, наверное, я не знаю. Типа, ну он типа закусывается, он считает, что он ту супер про игрок на Тине. Во-первых, он бомжа на Некролайте по КД убивает. Во-вторых, типа, на Тине... Я ему объясняю, что на Тине две кнопки и много урона. То есть там даже дебил может играть. То есть... Тини... У Тини вообще... Это такой персонаж, у которого 300 урона с руки просто ни сфига. То есть у тебя уже заранее есть очень много дэмжа. Смотри, что он делает. Чё, глобалки нету? Глобалки нет. Тини в таверне. Вот, ну просто, вот сейчас, ты видел его мув? То есть это вообще бестолковый мув сейчас был. Идти на троих, на Хускара, он кого он проказ дал? Он дал Некро проказ, у которого он даже не дал, да, 1800 хп. То есть он, ну, он не понимает и тем более пытается как-то огрызнуться. Вот этого я реально не понимаю. Ну, типа, меня два раза, главное, меня убили два раза через глобалку. И типа, ахахах, смешно, сиди в таверне, смейся там, живот лопается. То есть, ну, это логика. Так, ну тут я буду сейвить. Братан, не пробьешь меня. Ой,
Ой-ой-ой. Так, идем дальше. Хорошо. Идем дальше. Это я на Ангилу и поехал. Все, есть 1600. Сейчас сделаю БКБ и все. А как обычно. Раз, два, три, четыре. Четыре тычки просто. Четыре тычки. Ну, если меня опять через глобалку будет принимать, то конечно. Но у меня, на меня все глобалки будут. То есть у меня две смерти тупо сейчас из-за глобалки. То есть я больше чем уверен, что он и сейчас еще будет. Драка какая-нибудь тоже глобалка будет. Не. Все, go. Сейчас БКБ уже будет. Уже будет сейчас. Чего? Фика. Слушай, ну Луна с Блейдмейлом это неплохо, в принципе. Это, то есть, да, сейчас ты можешь сказать, что ты дебил, что ты несешь. Нет, это неплохо. То есть, если она видит ситуацию, что Тини сейчас может прыгнуть, да, это может ее спасти, по крайней мере, внести какой-то КПД. Это лучше, чем просто так она сдохнет. Понимаешь, тут как бы на это и расчет. То есть я бы лично, ну, в такой бы игре на Луне бы я не сделал, хотя я не знаю, может быть, сделал бы. То есть тут все зависит от того. Ну, да, но... Боже, у меня песок КД был. Че, глобалки нету? И ничего не получается, да, братан? Печалька, ну, почти ХП все снял. Я не буду варнить. Типа он сейчас вылезет еще раз так прокаст, я пошел на базу, схожу лучше. Ну Тини такой герой сам по себе. О, пуск, дай хил. О, хорош. Подзахились чуть-чуть. Сижу, кайфую. Блин, нам бы варды нужны, жесть. Как бы нам варды нужны. О, я не хочу покупать. Ну реально, я... Блин. Но варды эти нам помогут выиграть на изи вообще. То есть мы вообще не париться. Не будем париться. Все, мне просто держать позиционку. У меня Некролайт, который сосал, купил Октарин и начинает выигрывать игру. Понимаете? Найс. Новая мета. Собери на Некре First Item Бидас и Октарин и выигрывай эту катку. Изи. Глобалка, и хорош. Нет. Там долго толпой. Надо на бейте. Бэк. Найс, Тини, интересный герой. Одну кнопочку нажимаешь, дагер лотарчик побежал. То есть это классно, это интересно. И такой герой, конечно, имеет более высокую вариативность на победу. Чел говорит, Solar Crest соберите против Тини прокаста. Что такое Solar Crest? Solar Crest это таргетное повышение армора плюс возможность промахивания, промаха enemy на данного персонажа, на ком лол висит Solar. Я все же куплю варды, чтобы выиграть эту игру. Серьезно. И чел говорит, Solar надо. Я офигеваю, если честно, с этой дотой. Чего, пацана, гоним есть, да? Урон блочит. Понимаю.
Будьте не прыгать. Гоу дальше. Очень тяжело сейчас было в этом моменте попасть, потому что, во-первых, он мансанул. Ага, вон он на виде. БКБ. Ой, БКБ, ББ тень. ББ. Гоу сейчас, походу, прокаст придется давать. Глобалка хреново. Боже, как же я их раснес. Сало. На него не направляем, у него линка. Иначе стан не зачтется. Умрет. Ох, шет, сам кинг дабл дэмэдж. В ДД вернее. А Тини живой? Тини-то живой, ребят. В этом-то проблема. Он может сейчас пойти на топ, просто забайтить на то, чтобы мы... дрались. Так, ну 3800 есть. Сейчас буризу сделаю, типа. БКБ есть, буриза. Иммуншарда еще бах. Понимаю. Просто стоит, смотрит. Но он, если он прыгнет, он умирает. Б. Хорошо, просто снесли. Найс, я прокаст там подловил, там тоже я молочин. Сам не похвалишь, никто не похвалит. Это как обычно, себя похвалишь что-то за хороший какой-то мув, и обязательно кто-нибудь найдется в чатике такой умный. Ой, хвалит он себя, лох. Ну, если судить объективно, типа, ну вот по факту есть вот момент и вот момент. Да, я сделал неплохо. То есть, ну, в общих чертах. Было все отлично. Хорошо. Хорошо. Так, ну, 200. Я лес подчистил, нужно еще. Чуть-чуть. О, вот она. Вот она моя буриза. Вот она моя сладенькая. Что, Sacred Warrior? Ах ты тварь. Он у меня прямо из-под носа, пока я там. Мне надо вот этих крипов. Отлично, буриза есть. Когда там вард пойдет? Гоу завардим. Нужно какую-то позицию завардить. Тут, допустим, поставим. Вот так вот. Тини тут идет. Была бы буриза в паке, было бы лучше. Я бы убил бы его, возможно, Тини с руки. Лол. 1000 крит. Алло. Прекрати. Но я готов буду прыгнуть, как бы дагер, бро. Держу курс. Глобалка. Как же тайминговая? Я специально еще стоял, ждал. О боже, сейчас Тини вылезет, это будет трэш, конечно. А, вот он. А, он застрял, лол. Нет, стан сейчас поймаем. Ну, типа лол, гг. Тини там в кустах стоит. Если чё. О, сладенький. Надеюсь, я не застанусь сейчас. Застанился, конечно! Боже, как же ненавижу этого дерьма куска. На Тини. Надеюсь, я не застанусь. И, конечно же, стан. В лицо сразу. К нему только подходишь в упор, сразу стопроцентно ты застанешься. Это Тини. Хотя он бы умер, я бы его убил. Луна с аганимом. Идет. Тини молодец.
Коротко о наркомании. Так, Буриза, БФ, Кираса, БКБ. Бьем с руки, убиваем тень. А ух же, это третий спел на тень. Душить грипов. 200 урона, 17 армов. Такой стандартный закуп. Интересно. Алина, я убью с руки просто. А, все, блин. Боже. Просто шапалахов надаю крипам. Гоу запушим. Вообще нефиг бояться. Я прыгаю, просто начинаю бить с руки, как животное. 30 армора, боже. И промах, по-моему. Солярку собрал, пацан. Так, ночь. Кстати, сейчас ночь. Можно сделать офигенно. Сейчас ночь. А, блин. Или не сделать? Нет, не сделать. Видит. Видел? Только собрался нажать кнопки, типа там, ну, видно там, скорее всего. Опача, ну не туда, Геробро. О, найс тайминги. Сейчас я прыгну. Нужно только время прождать. Салом кормят, смотри. Просто. Ладно, гоу БКБ. С руки бьем. Смотри, что с сплэшем творится. Ну, Кроба разультовалась, надо отойти. Да пропустите меня. Иначе я тут в таверну сейчас уйду. Там тени еще. Она что, за мной? Она в инвизе просто за мной бежит. Да, парень. Я же вижу. По идее, не должен умирать. МС позволяет жить. Я понял. Ну, типа, один вейв, и я умер. 180. Опять лотар зашла. Кого ПТ-шку на силу. Побежали. Можем сейчас на развороте ее, в принципе, принять. Я готов. Но она, ее нету на линии, она где-то свернула. Где-то свернула. Тараску надо. Вот сейчас Тараска нужна. На ХГ уже. Тараска нужна. Жесть, как просто будет поднимать. Вместо ПТ-шки тогда, что ли? Та-та-та-ра-та-ра. На Б. Рош есть. Рош есть. Найс. Неплохо я там раздамажил. Прыгаешь, просто еще бы больше атак спида. Было бы вообще царск. Просто тык-тык-тык-тык-тык-тык. Есть. Иллюзию там лагунами стебут, дума. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Там просто неприятные кнопки такие, не хватает детекшена. То есть если бить с руки, да, все прекрасно. Но нужно бить именно в определенных условиях. Думчик, конечно, у нас заряженный тоже. Тараска там, БКБ. Так, топать будет. Гоу с руки. Тараска на думе, это круто. Взял бы он лучше волка. Гоу по ботам. С Аегу, Хуску. Ладно, луна взяла. Чилит, крипчиков лупит. Раз, два, три. За Космодон. 3-4. Боже, но я сейчас буду без БКБ. Но зато убили Лиг. Так, денек. Гоу. Ушаем.
Она чё, она... Она... А, она на меня кинула, но у меня типа этот... Даггер сбит был. У меня даггер сбит был. А я умру сейчас, типа, 100%. Вообще без вариантов. То есть она найс кинула на меня ульт вообще, то есть когда... Когда у меня сбит даггер, меня бьют, она мне кинула ульт, и типа я должен был сейчас прыгать как-то. Ну, типа, это смешно. Так, ну заберите один барак, я с вами. Лол, это, конечно, смешно. Ну, она кинула, да, в принципе. Но, типа, она кинула бестолково. Типа, нужно кидать, когда это будет очень удобно. А не тогда, когда просто... Найс, подкоп. Крит. Понимаю. Еще скажите, что такое Sun King не затащил. Я все начало выиграл. Если что. А дальше уже некр, конечно, жиром своим душит. На! Хвостом. Еще так подластхитил. Элегантно. Вот такое. Че, готовы вы, дети? Езу как-то.